Здравствуйте, рад видеть вас на канале GGSnet. Вы пришли по адресу. Сегодня топ-32. Офлайн Кап. Йота Арена. Ребята, сегодня разыгрывается 110 тысяч рублей. Жеребьевка будет в прямом эфире. И мы уже готовы, в принципе, запускать бойцов, которые прошли из своей группы на первом месте. И они будут тянуть игроков из второго места, которые вышли из группы с меньшим количеством очков. Вы видите зрительский зал. Там уже наши судьи расположились, Алексей Хигем, Гэри Найтмар. И вас сегодня ждет просто незабываемый день, незабываемый вечер. Я знаю, что все доживут до топ-8 и будут самый-самый грандиозный финал. Алексей Хигем вещает, уже готовы распределять. И мы не будем затягивать, ребят, у нас, как всегда, канал GGSnet связан у нас плотненько с рулеткой, поэтому мы именно сейчас будем запускать таким образом жеребьевку. Рулетка состоит у нас из первых вышедших из группы. И тянуться будут вторые вышедшие из группы. Я вижу уже, господа судьи тащат людей. Мы, наверное, готовы уже запустить рулетку. Друзья, рулетка уже на экране. После этого мы с вами немножко пообщаемся. Мы рады приветствовать вас у нас на канале. Если вы хотите стать спонсорами, вы можете сделать это через Donation Alerts. Если вы хотите заказать наш фирменный мерч, в котором я нахожусь, и наш замечательный судья Хигем, вы можете сделать это через Donation Alerts, можете сделать это непосредственно через Discord Community, можете там написать Хигему, можете написать Ченсу и, соответственно, уточнить ваш размер, который вы хотите дотащить. Так, Fire Station тащит первым, мы уже видим на экране. И он вытащил, нам бы каким-то образом узнать, кого он вытащил. Я не вижу вообще ничего, но, судя по всему, там какой-то интересный бой намечается, если будут подходить, будут подходить игроки к камере и показывать, кого они вытащили, будет, конечно, лучше гораздо. Итак, следующий у нас тащит. Рулетка снова запускается. Мы убрали Fire Station из нашего колеса фортуны. Колесо крутится. Лавеха мутится, друзья. И это мистер Максон. Я считаю, это один из фаворитов турнира, потому что 4-0 просто одержал победу в группе. Полежно двигается. Он готов сегодня забирать и первое место, я думаю. Кого же он вытащит? Кого же вытащил мистер Максон? Все завернули, закрутили. Кепочка, кстати, фирменная, тейкинская. Он Илюшу вытащил, что ли? Они забирают с собой пару, которую они вытащили. Отлично, отлично, просто великолепно. Теперь точно будем знать, кто это. Если что, мне будут подсказывать. Алексей Хигем, вижу, очень рад. Гэри Найтмар. Я на самом деле думал, что в зрительском зале будет гораздо больше участников и зрителей. Но все только начинается, потому что у нас топ-32. Все еще впереди. Все впереди. Люди подтянутся сегодня. Будет фурор. И Вайл! Кого же затащит этот перспективный, молодой. Это мой мальчик. Ботинки Виллинки. Смотрите, какая удобная поза как раз для того, чтобы тащить своего оппонента. Строку сказал, казалось. А это Энконс, друзья. Энконс идет со своим хитбоксом. Сумочка банан. Кстати, нам, наверное, тоже лучше добавить такой. Друзья, в чате пишите, пожалуйста, если вы хотите видеть какой-нибудь дополнительный мерч, пишите ваше предложение, а мы крутим рулетку дальше. Не будем затягивать, потому что уже хотим начать эти сражения. Пойдем в зрительский зал, обязательно смотрите на комментариях. У нас будет один бой из топ-32. Мистер Меркур! Я даже здесь слышу аплодисменты, а это у нас завернули очень сильно, как будто играем в шляпу. В шляпу играем. Надеюсь, все оппоненты пришли, надеюсь, сегодня не будет никаких задержек, по крайней мере, на топ-32, потому что, понятное дело, сначала накал страстей идет такой. Так, кто это? Что это за игрок? Он даже не повернулся в камеру, я, честно говоря, не знаю, кто это был, но какой-то очень интересный, неформального стиля одежды человек. Хигем сам будет тащить, да? Нет? Это не Хигем тащит. Ладно, давайте, я нажимаю кнопку, и мы сделаем Хигем тащит. Нет. Клоун Фиеста! Привет, друзья, и он сейчас вытащит.
Какая рулетка? Какая рулетка? Калибер. Все честно, все честно. Калибер. Это Слава Калибер. Но его даже не надо озвучивать. У него на футболке все написано. Ребят, фирменная футболка, именная футболка. Вы такую тоже можете заказать у нас через Donation Alerts. Вы, соответственно, узнаете цену нашего мерча, Ченса. Битер следующий. И он тащит. Он тащит за собой прицеп. Возможно, он сейчас выйдет без своего девайса. А нет, девайс у него в руке и в одной, и в другой. Вытащи меня, давай, мы хотели это давно. А вытащил он! А вытащил он! Это Микки, друзья! Это будет мега противостояние. Мне кажется, что это один из претендентов боя на стрим. И комментить, конечно же, будем мы со Славой Калибером. Как только Слава Калибер освободится от своего боя, мы обязательно позовем его в студию для того, чтобы комментировать. Я напоминаю, друзья, что у нас можно сделать фирменный мерч. Вы можете сделать даже именную футболку. Это полный может быть. Пишите в Discord комьюнити Ченсу. Присоединяйтесь к нашему дискорду, присоединяйтесь ко всему, что вы видите у нас на экране, и подписывайтесь на YouTube канал. У нас Рейн — это тот человек, который вышел первый из группы, но я смог его победить, ребят. Я думаю, что произвел фурор вчера. Надеюсь, что именно он станет претендентом на сегодняшний топ-8 минимум, потому что я знаю, что его Брайан — это, друзья, это нечто. Это самый-самый серьезный оппонент, который в нейтрале просто пошел купаться, ему выпадает из его же группы Колечко, Walk in Shadow, друзья. Я очень негодовал вчера, когда ему проиграл, но это точно будет сочная заруба. Возможно, Коля уже подготовился именно к этому бою. Следующий у нас Пузя, стон соседки. Вчера произвел нереально просто офигенный, ребят, бой против HQA. Это был просто мега заруба. Подготовил его Акинка именно против Кунемикс, поэтому Пузя вытащил. Это самый большой человек на земле. Вы посмотрите, он в два раза больше Хигема. И тащит он. А Солин — это, друзья, девушка из Венгрии. Это девушка Николая Рейна. Он сегодня привез с собой, вчера привез с собой не только желание победить, но еще и свою семью будущую. Хигем! И сам себя еще вытащил сейчас, да? Потому что вытащил Хигем. Кого он позовет к себе на сцену? Кого уведет сегодня? Маритал. Любовь зла! Маритала ты полюбишь! Маритала полюбишь. Я думаю, что готов к Юшумицу. Маритал. Хигем сказал: я с тобой никуда не пойду. Увидимся после. Маритал красавчик. Отличные бои были. Сьос против Маритала. Вчера, кто не видел, смотрите на Ютубе. Рейс! Азамат! Пронесся просто катком после по своим вчерашним оппонентам. Не дал никому шанса. Он успел, он приехал вовремя, бодрой походкой двигается. Какой Сандор? Кто? Сандорка, я же... Ну, я просто, ребят, я говорю, это не рулетка. Это все отпирам, я все предугадываю. В обнимочку пошли сразу мята, кальянчик. Сейчас будет там офигенный просто бой. Тут, друзья, уже подготовка идет. Микки отжимается, вы не видите. Но 2D Герл сейчас увидит своего следующего оппонента. Кто же это будет? Тоже это будет приват. У нас есть тут вид зал, где можно объединиться. Как раз я думаю, что многие проигроки будут тащить за собой именно туда люди, потому что там классная атмосфера, отлично работает кондиционер. Гарик! Еще один, кажется, претендент. Еще один претендент. Бой-претендент на бой на стриме. Кстати, каким мы образом определим, кто будет драться на стриме, пока неизвестно. Сейчас судьи будут советоваться. Плаксич! Это второй из группы, где была Солин, девушка Николая Рейна. Они вдвоем вышли, спокойненько, легкой походкой. Какие же крутые девайсы, ребята, все. Как же классно все выглядят, потрясающе. Зрительский зал только пополняется. Шадаешечка! Вот он, голубчик, вышел. У него, кстати, это его профессиональный костюм. Он работает, видимо, инженером, может быть, трубы каким-то образом делает на заводе. Заводской такой, работяга.
The Infection, Павел, я сегодня с ним виделся. Видел огромные мышцы. Мы с ним перебросились парочку фраз, анекдотов про константы. Обязательно каждому анекдоту теперь нужно добавлять постоянное число. И Павел, ой, вы посмотрите, как он, какая-то машина. Причем у него руки не складываются даже, крылья не дают просто этого сделать. Макинтош, друзья, это темная лошадка, которая появилась у нас буквально пару месяцев назад, месяц назад в комьюнити. Это VIP-пользователь, он имеет VIP-статус у нас на канале, друзья, потому что он огромный просто вклад внес в развитие нашей движухи GG.net. Друзья, спонсоры, важные очень люди, зрители, которые толкают классные идеи. Пуфик отчима! И у нас остаются, видите, два претендента в рулетке, самых два последних места, но это люди, которые вчера вырубили все абсолютно зрительское внимание, когда были бои на стадии пулов. И вытаскивает Пуфи Котчима. Де Ратула, он сидит вот здесь, прямо со мной, я думаю, что... Серафима, значит, все-таки Зератул достанется кто-то из вот этих вот ребят, либо Волк, либо Силс. Мне кажется, что для Зератула было бы очень удачно, если бы это был Волк. Нет! Это Сиос, и мы, конечно, надеемся. Да, там же еще один игрок. Не забываем, Сиос вытаскивает. Я, на самом деле, борюсь за нашу команду, чтобы все-таки не вылетел Зератул в топ-32. Но он может победить и Сьоса. Может победить, однозначно. Он вытащил. Это Фил Бруклин, друзья. Это один из тех, на кого вообще не ставили, не пророчили выход из группы. А он вышел и разбил просто в пух и прах своих оппонентов. А здесь Волк, ёпта, и получается Зератул. Тот самый. Нет, это HQI. Как это получилось? А, ну Зератул, получается, будет один драться. Зератула забрали. Кто-то забрал Зератула. Все, понимаем, принимаем. Спасибо огромное нашим уважаемым судьям. Мы с вами немножко пообщаемся. Пока что будет готовиться бой на стрим. Нам сейчас сообщат. Вот чуть-чуть совсем осталось, друзья, подождать. А у меня пока что к вам вопрос. Хочется послушать чатик, что же они думают о Tekken 7. Какого персонажа вы считаете лучшим? Лучшим в игре 7. По всем абсолютно параметрам. Если он вам нравится, если он самый сильный, если он самый красивый, если у него самый лучший кастомайз, пишите в чате ваше мнение. Хваранг, я вижу, друзья, я сейчас посмотрю в чат, за какого персонажа больше всего зрители отдают предпочтение свои. Я очень хотел посмотреть на ваше мнение, потому что у нас есть сегодня не только зрители, которые уважают Tekken 7, но и которые около Tekken 7 находятся, в том числе и спонсоры наши. И друзья, которые помогают нам с мерчем, это, кстати, классные футболки, синтетика, друзья, но она чувствуется просто приятная легкость на теле, поэтому заказывайте, если вам необходимо уточнить ваш размер, пишите обязательно Ченсу в Дискорде, подписывайтесь на наш YouTube канал, и если есть возможность и желание... Если есть возможность и желание, поддерживайте нас через Donation Alerts, а я делаю сейчас один раз говорю и один раз повторю, друзья. КВО, Акума Лерой, Маршал Ло, согласен, Акими, это Маршал Ло, самый лучший персонаж, самый красивый по дизайну, да, самый классный у него голос, у него самые классные приемы из кунг-фу, у него самые замечательные кастомайзы, стандартные кастомайзы, у него классный плащ, кстати, да, и когда вот эти вот штаны я увидел в первый раз, я в них просто влюбился. Вы можете сделать именную футболку, если вы очень захотите, друзья. Такую же, как у команды GG.net. У меня сзади на спине написано «Аспирант». Вы этого не видите. Но я чувствую эту надпись на себе. И я чувствую, как комьюнити всегда со мной, когда я в этой футболке. Есть вариант не только вот такой вот футболки синтетический. Есть поло, есть цвет серый, есть черный. Поэтому не стесняйтесь. Красный даже есть. С логотипом вышитым. Поэтому я считаю, что отказываться от такого не стоит. Вопрос все тот же, друзья. Самый лучший персонаж в Tekken 7. Хорошо,
возьмем из всех частей. Самый лучший персонаж из всех частей, потому что я вижу, что здесь у нас в чате есть еще зрители, которые не играют в седьмой Tekken, но были в пятой части, были в третьей части. Возможно, есть такие ветераны, которые играли во вторую часть, и, может быть, даже застали первый Tekken. Хотелось бы увидеть ваше мнение. Друзья, напоминаю, что один раз я говорю, и один раз я повторю. На половине трансляции, на топ-16 я повторю. У нас есть для вас задание. Внимательно следите за трансляцией. Очень внимательно. В конце стрима будет вопрос, и один раз я напомню, на топ-16. Будет вопрос, и чат должен будет на него ответить. Все те, кто ответит правильно, попадают в рулетку, на которой мы будем, друзья, разыгрывать кое-что важное. Ладно, я скажу. Хорошо, это будет 2000 рублей, друзья. От канала Аспиранта 2000 рублей будет разыграно для тех, кто ответит правильно на вопрос в чате. Я не задаю пока что вопрос, но следите внимательно за трансляцией. Пересмотрите, я не знаю, получится у вас или нет. Сохраняется ли сейчас ввод, я тоже не в курсе. Поэтому ввод сохраняется, поэтому вам, если что, придется пересмотреть. Но очень быстро. На ответ будет всего 5 минут. Поэтому кто ответит неправильно, не попадет в рулетку. Я знаю, что вы все хотите попасть в нее. Я знаю, я вижу. Донаты на экране не выведены. К сожалению, я не вижу донатов. Если я буду их видеть, ребят, я обязательно буду их зачитывать. Я обязательно буду говорить о них. Я обязательно буду благодарить наших замечательных спонсоров, которые сегодня здесь с нами и готовы нас поддерживать в любую минуту. А тем более в такие яркие и знаменательные моменты для развития Tekken комьюнити. И, конечно же, всего вообще файтинг мира. Нас ожидает, друзья, Tekken 8. Мы готовы туда пойти. И начинаем мы с топ-32 офлайн GG's Cup. Это, друзья, суперсильное событие. Друзья, это не синтетика. Это из 100% хлопка. Подождите. Это про поло говорится или говорится про вот эту футболку? Наверное, про поло, скорее всего, ребят. То есть самый качественный материал использован при создании этих футболок. Добро пожаловать новым зрителям, друзья. Я вижу, что вы присоединяетесь к нам, вы фоловитесь. Без этого никак, потому что турнир уже начался. И для того, чтобы смотреть и полноценно участвовать в общении, в разговорах с чатом, нужно обязательно зафоловиться. Но по-другому просто никак, это же Twitch. У вас же есть аккаунт, вы же умные люди, можете зарегистрироваться. Потому что самые классные ребята именно у нас в комьюнити. Я сейчас почитаю чатик. Я напоминаю, что будет один только вопрос. И возможность получить 2000 рублей от канала Аспиранта Дембовского, друзья, сегодня в рулетке. Это будет до финала вопрос. Будет 5 минут на ответ. 5 минут для того, чтобы посмотреть всю трансляцию. Ничего ли вы не упустили? Все ли вы увидели? Синтетику тоже одобряем. Одобряем синтетику. Александр Unforgiven, я вас вижу. Привет вам большой, привет моей мамочке, привет всем людям из города Орел. Я знаю, что у нас есть сегодня, кстати, приехали мои соотечественники. Человек учился сам в том же университете, где и я. Он привез девушку на турнир и заставил ее участвовать в турнире. Конечно же, ну не конечно же, к несчастливой случайности они проиграли, так же как и я. Но я очень был рад их видеть. Они внесли своего вайба дополнительного в трансляцию. Это, конечно, очень классно было. Про синтетику это к зомичу. Друзья, у меня просто чат вот здесь. Я на вас смотрю снизу вверх, как на Пузю. Я, честно говоря, был удивлен, самый что существуют такие высокие персонаж люди. Потому что там 2-10, наверное. Он же русский. Я вроде высокий парень, да, такой сложный. Хорошо, четкий, такой мощный. А у нас здесь уже идет, ребят, подготовка потихонечку. Ага, значит, все-таки Битерс и Микки будут драться. Я очень жду сейчас моего сокомментатора Калибера здесь в студии. Мы вместе с ним покомментируем, обязательно посмотрим вот этот замечательный бой. Парни готовятся долго, но готовятся очень успешно. Здесь нужно выдержку иметь супер-супер тотальную. Сейчас бои будут, друзья, в формате до 2 побед, FT2, а финалы будут... 3 победы. Нужно будет забирать 3 победы с возможностью ресета, как обычно это у нас происходит. Full double elimination. Доброе утро, друзья, доброе утро. Рад всех видеть. Мы сейчас с вами пообщаемся. В чатик пишите интересующие вас вопросы. Как получить футболку? Это самый часто задаваемый вопрос. Мне уже в личку пишут. Здесь я вижу сообщение в Телеграме, мне тоже закидывают. У нас пока, конечно, нет конкретного Телеграм-канала. Я знаю, что многие общаются. Но пока что у нас его нет. Но вы подпишитесь на YouTube, друзья. В описании канала есть ссылочка на Discord, где происходит
все абсолютно общение вне стримов, потому что у нас комьюнити. Комьюнити общается 24/7. Ты захотел, тебе стало грустно, тебе стало одиноко, ты заходишь на GG's Russian Tekken Community в Дискорде и находишь все, что тебе нужно. Там очень много веток, очень много комнат, в которых вы можете поболтать непосредственно с войсом, с камерой, а можете поболтать и в чатике. Какие же они крутые, какие же они крутые. Но Микки вон специально на фон поставил свою, свою кепочку. Замечательно, это лучшее, что можно было придумать. Посмотрите, какие на воротнике замечательные пины у господина Битерса. Это два фаворита на первое место. Вытянул он Микки. Он вытянул такой бицепс. Но вы знаете, что есть бицепсы побольше, есть борода побольше, очки побольше. Да и в целом как-то есть все побольше. Битерс очень сосредоточен. Друзья, если вы хотите заказать вот такой значок, пин, заливной пин, вы можете также написать Ченсу в Дискорде. Можете найти его на трансляции в чате. И можете сделать заказ. Там цена сходная, ребят. Я думаю, что у вас, ну, как память, это отлично будет. Да, не забывайте, что если сейчас нет возможности, или вы пока еще не желаете, вы можете сделать это и после того, как закончится наш турнир GG's Offline. Вы сможете это сделать также через Donation Alerts. Вы просто пишете то, что вам необходимо из мерча. И мы, соответственно, связываемся с вами. И делаем доставочку с донат счет. Бицепс не поможет. Да, посмотрите, какая большая голова у Битерса. Она наверняка очень много думает. Битерс, хоть и поврежден, у него сегодня дополнительный девайс, с которым он точно сможет одержать победу. Верю в обоих игроков, очень жду Калибера. Если Калибер к нам не присоединится, а сейчас играет свой бой, ну, я постараюсь по максимуму, друзья, откомментить. Эмоции, которые будут сегодня в студии, они будут просто зашкаливать. Надеюсь, что парни меня не будут слышать, потому что здесь намечаются оры, крики. А в зрительском зале, если сейчас покажут, там аншлаг, друзья, там все места забиты. Люди окружили всю арену. Ну, нет, в смысле не Йота арену, да, там нет оружия, ничего такого. Это зрители, это участники сегодняшнего турнира, парни уже готовятся. Уже готовятся, я вижу, как персонажи выбираются, настраиваются клавиатура, настраиваются геймпады. Парни играют по классике, думают, здесь право выбора. На каменную бумагу выпадает, они, по-моему, уже решили, на каких сторонах они будут играть. Но выбирать вслепую будут персонажи выбирать, да? Пока что мы наблюдаем Фэнг Уэй, Хейхачи Мишима. Но Микки точно за него не играет. Это не его мейн, его мейн Брайан Фьюри. Он даже не будет кого-то еще готовить. Но за кого будет играть Битерс? У него очень много персонажей в ростере. Будет ли это Стив, будет ли это Фэнг Уэй? Мы посмотрим. Битва идет до двух побед. Нужно решить будет и сделать ставку. Пойти ва-банк. Не забывайте делать ставки за прувисы. Это баллы канала на GG's.net, друзья. Это классная тема. Это очень интересный интерактив с ведущими стримерами. Какие они почтительные. Друг друга уважают. Ну, по технике безопасности, конечно, наверное, зубочистка это не то, что должно. Но Микки вообще не важно. Это угрожающий вид. Суперсерьезные бойцы. Я думаю, что они не волнуются. Они готовы показать нашим зрителям супер классную игру. Побороться за 110 тысяч рублей. Очень важна будет сейчас победа. Очень важна. И я напоминаю еще раз вопрос. Друзья, у нас ведется статистика, подсчет. Какого персонажа в Tekken серии вы считаете самым лучшим? Итак, у нас победное рукопожатие. Прошу прощения, начальное рукопожатие, и у нас бой. Микки против Битерса. Слева Микки, справа Битерс. Топ-32 winners. И это GG's Cup Offline, друзья. Брайан Фьюри и Фэнг Уэй. Посмотрим, сколько кэмпа будет. Посмотрим, сколько заблоченных ударов будет. Будет ли у стены Таунджет Таппер. Найс. С дебаги начал. Но это на самом деле не готов. Не готов никто, чтобы
в серию это использует. Отлично. B1 и конферм был с гарантом. Спасибо за рейд. Друзья, наслаждайтесь. Ой-ой-ой. Вперед 4. Поймал своего оппонента. Возле стены находятся Микки. ДБ3 и ВС4. Но затаймил не сразу нажал скрауч ВС4. Оу, наказал там Вив был гвоздя. Отлично, использует голову для того, чтобы прессить своего оппонента. Хороший плюс. 2 ДБ3 подряд. Отбивается назад 4. И в контрхит заходит ДБ3. Очень, ну сколько можно лоу прописывать? Просто нереальное количество. B4. Добро пожаловать, друзья. У нас уже начались. Второй день. GG's Cup Offline. Топ-32. Микки против Битерса. Бой первый. 2-0 пока что по раундам ведет Битерс. Возможно, не пока что. К нам присоединяется уже наш со-комментатор. Калибер уже здесь отыграл свой бой. Мы у него как раз поинтересуемся в перерыве между боями. Как же он сыграл. И это нереально просто. Фаворитом становится Битерс. 1-0 счет становится. 3 раунда подряд на арене Нигана. Здравствуйте, Калибер. Рад вас приветствовать. Мы уже в самом-самом бою. Мы готовы смотреть противостояние дальше. Парни на этой же арене остаются. Посмотрел одним глазком. Первое противостояние Битерсу Стасику ушло, правильно? Весьма прям 3-3 раунда подряд он забрал. Ни одного пока что Микки для себя не реализовал. Но Фэнк такой матчап как бы для Брайана весьма тоже некомфортный. Что-то на вроде вот Ло Брайан, Фэнк Брайан. Здесь такая ситуация весьма однокалиточная, когда Фэнк находится в нуле для Брайана. Ему уже так просто свои ГК кнопки не понавязывать. И вот снова мы наблюдаем ситуацию. Лайфлит уже очень хороший у Битерса. С этим можно работать. Потихонечку. О-о-о! Сочнейший панель. Дроп комбы от Микки, обидный, ничего нельзя теряться после этого, все еще есть шанс камбэкнуть, от стены бы отойти, контр-хит, лоу тоже дропает, но второй удар клипает из-за текрола Микки, надо было уже отлеживаться, по всей видимости, но начал перекатываться, Микки его клипнул. Страшный прием, вот этот F1, контр-хит, обидно становится и неприятно, когда голова влетает в ноги, прям ломает все кости. Да. Замечательно сейчас степнул Микки, но кроме как коленку в спину Битерсу отправить он ничего не смог. Надо было что-нибудь там побольше. Ну какой вив был, можно было. Ай-яй-яй, еще один ДБ-3. В этот раз дропа не будет со стороны Микки. Отлично конфермит комбу, пошел, почти до стены довел. И вот она. Ух ты, как ты это делаешь-то, а? Должен же был быть прессинг, уже стаунт, но он готовился просто к этому ДБ-3. Что было делать Битерсу, непонятно. Битерс хотел потихонечку с помощью ДБ-3 от стены отойти, но прочитал этот момент полностью Иракли и закрыл. Ой-ой-ой. Три головы. А вот это уже наказание за блок идет ДБ-3 сейчас. Просто голов напихал Битер своему оппоненту. Все, приседал Никки. Хорошо, просто поставил и зашел. Доделал до конца машинган. Лайфлида толком ни у кого нету. На один джагл, что один, что второй, Д2. В рейдж вводит своего оппонента Битерс. Что будет дальше? Пробить по ногам. И еще один удар. Говорят, что все блочат и Д4 завершает. Найс, отличный раунд показал сейчас Микки. И это возможность реабилитации. Лоуд неприятный для Микки, но возможно, ничего. Это орбитал был. Да, скорее всего он и был. Урона не так много, но все равно немножко неприятно, потому что позиционку теряешь. Дабл баунс. Вот здесь урона будет гораздо больше. Оки тоже на стороне Битерса. Бэккерник решил попытаться отыграть за один раз все, что все, что было у Микки и Битерс, но не получилось. Катание есть. Ну, так, аккуратничают оба. Д2. Оу! Лоперис точнейшая после Д2. Что делать? Полежачему сюда. Хачет. Ноу! Д4 это стандартная тема, но никто не ожидает, когда уже все ожидают мидов, никто не ожидает лоу. Хотя это вроде про уровень. Просто один джеб в хит, другой на это своим джебом в хит респондит. Тут же Б1 от Битерса, уже все, нервы на пределе, натянуты как струна. Сейчас идет, ведется борьба от Битерса, потенциально может пройти дальше. Микки нельзя его отпускать, конферм имеется, мало хп остается у Микки, перезонка тоже потеряна. Нет, должен, нойс! Браво, великолепный бой. Но это еще ничего не значит. Напоминаю, full double elimination, друзья. Это значит, что у нас существует лузер-сетка, в которой можно будет смотреть еще, как Битерс будет двигаться дальше.
Поэтому мы не списываем его со счетов. Битерс-то будет двигаться по винер-сетке. Микки, к сожалению, у нас уступил в противостоянии и теперь продолжает свой путь в нижней сетке, правильно? Почему Микки в нижней сетке? А? Ой, простите, да, я же перепутал, точно. Проигравший это Микки у нас, да, Микки. Друзья. Я почему-то подумал, что Битерсу придется по нижней сетке. Хочешь пару слов всем твоим фанатам сказать? Проходите, пожалуйста, проходите. Мы вас с удовольствием послушаем. Это было плотнейшее. Ребята, всех приветствую. Ну, слушайте, ситуация повторяется, как и вчера. Я сначала проиграл, а потом, может быть, так сказать, и выиграю. Если касательно боя, я думаю, ну, Стас молодец, однозначно, он прям... Я не помню, в каком, короче, раунде это было, когда там идет лоу, лоу, мид, лоу, мид, лоу, мид. Я понимаю, я жду, когда я уже адаптируюсь, у меня адаптации не происходит. И во втором бою я уже вроде два раунда забрал. Почти и... перевернул, да. Да, в третьем я немножко уже, я понял, что я ошибки допустил, и из-за этого я купил правильно. Вот, но мы не сдаемся, у нас есть нижняя сетка и по нижней сетке до гранд-финала. Да. Верхняя до слабаков. Знаешь, как Пупей говорил в Доте? По-моему, Пупей же говорил. Верхняя сетка до слабаков. Я не знаю, кто это, ну ладно, если он поговорил, может это имеет место быть. Вот, а так, Стас, я поздравляю и встретимся в финале. Мы очень ждем классных противостояний, да. Микки, желаем тебе удачи. Спасибо. Двигайся спасибо. Дальше, делай движ, показывай классную игру, а мы продолжаем тогда, спасибо. Друзья. Те самые... Не-не-не, пусть идет, не надо. Зачем? Мы сейчас пообщаемся. Вы занимайтесь своими делами, Станислав. У вас там все и так хорошо, все замечательно. А я хотел сказать, что у тебя очень классные пины на воротнике. Да. А почему они именно на воротник? Они крепятся как на воротник, так и можно куда-нибудь можно? Вот в эту часть рубашки. Подвисло чуть-чуть. А как пирсинг? Можно это использовать? Ну, тут, конечно, на любителя. Можно на воротничок. Можно на грудку вот сюда. Вместо туда, пуговицы туда. Можно. Да, да. Можно. Защелка для шорт, и если они у вас уже пуговицы отлетают, а это точно не отлетит, она закручивается. На бананку можно. Можно на рюкзачок, на портфельчик, на ваш по усмотрению, на что угодно. Такие пины у нас в качестве мерча продаются на нашем офлайн-ивенте, так что все, кто смотрят, и я думаю, мы можем, если что, и онлайн, как бы, да, потом конечно, гипотетически конечно. Развить эту продажу. У кого есть желание быть частью как бы этого движа, вот. Все есть. Вот. Все есть. Ну, друзья. Соответственно, вот. Красивый так получились. Что ждем зарплату. Я сам лично жду зарплату, потому что мне хватило только на вот эту футболку. Мне сказали, что ну, аспирант, ты, конечно, крутой, но ты слишком много людей с этой рулет прикинул, поэтому тебе придется покупать самостоятельно. Ну, я купил. Ну, будем дождемся зарплаты, купим и пинок. Вячеслав, да. Я хотел спросить, а как вы сыграли, если не секрет, ваш мой? В общем, я играл в Клан Фиестой, первый мой матч. Я смотрю, сейчас он нервничает. Да, немножко. Значит, он проиграл. Нет, я выиграл. У нас сеточка-то готова, и мы сейчас как раз посмотрим тоже, как сыграл. Хигем сыграл против Маритала, вижу 2-0. А, я понял. В некоторых есть результаты. А да, я вижу, у Хигем с Маритала написано 2-0. Солин Пузи выиграла. Друзья, Солин Пузи выиграла. А может быть за Солин играл Рейн? Да, такой вообще возможно, нет? Лакси снес сюда, ешку 2-0, да уйдет! Эратмен говорит, Кабибер волосы сзади пригладь, торчат сильно, как перья. Это невозможно, моя друзья. Макушка не чинится. Так, друзья, это же специально. Это вы не видели в аниме никогда, что ли, таких да, причесок? Да. Я вижу, тут у Славы это прическа конкретная. Посмотрите, как он уложен. Я, кстати, тоже сегодня потратил немало времени на то, чтобы... Лака ушло много. Ну и вот вопрос, да, что же ты сделал? В общем, я взял Гиза, во-первых, как обычно. То есть я сначала думал, может быть, Джина, потом вспомнил, что Клан Фест это Джин Мейнер. Да, и он подумал, плотненько на нем сидит. И подумал, что по опыту игры с Волком, когда я на турнире решил против Волка взять Джина, играть Мирор с Джин Мейнерами пока мне рановато, надо подкачаться. Ну да, F4 как-то это, ну, пока этого мало. F4 это недостаточно, вот. Чтобы выиграть, если его... Я в этот раз решил не рисковать и сразу пойти на своем дедушке, родном белобрысом. Взял Гиза. Первую выиграл, хорошо все было. Во второй тоже чувствовал себя комфортно, но я... Это было похоже на матч против Сьоста на чемпионате России для меня. Я чувствовал себя с ним настолько комфортно, что я ослеп, короче. Это затуманило мне разум.
И в один момент я просто начал, не заметил, как я начал просто хавать дома. Я ем, урон по мне наносится, я там, да ладно, нормально. Ну, не позавтракал просто. Да, надо было поесть как-то, да. Вот, я смотрю и думаю, типа, давай к этой ситуации готов. Ну, тут да, зарплоп хит, но я знаю, что будет дальше. Тут D4 стопки, ну ладно, ничего, я знаю, ничего страшного не будет. И вот, ну, в итоге я проиграл, короче. А говорит, выиграл. Да, то есть в финальном раунде там все дошло, и в финальном я тоже чувствовал себя комфортно. Я, конечно, уже так сижу. Финальный раунд там. Пора бы. Да, надо. Такси, я не голоден. Да, но в финальном раунде это уже дело двух-трех рулеток. До этого доводить нельзя. И по итогу Киестыч красава. Он очень хорошо разыграл, он воспользовался этим и повернулся в свою сторону. Отыграл у меня бой. И в третьем я такой, так. Остыли, охланулись. Короче, ты давай просыпайся. Хорошего понемножку, друзья. Да, да. Вот, и второй бой ушел мне уже. Там 3-0, 3-1, как-то так был, я точно не помню. Вот, но это Клан Фиеста вообще очень большой молодец, достойную игру показал, мы с ним хорошую плотную разыграли. Вот. Я тебя поздравляю тогда с первой победы в топ-32. Друзья, у нас сегодня второй день, это офлайн-турнир, мы не просто так здесь собрались, у нас есть зрительский зал, который просто пополняется каждую минуту, потому что все ближе мы становимся к тому, чтобы смотреть самых-самых лучших. Но пока мы выясним, кто самый лучший игрок в СНГ, друзья, у нас вопрос на миллион. Какой расслабься, денег здесь не дают. Здесь только забирают деньги, друзья, в рулетке. Вопрос, какой самый лучший персонаж в серии Tekken по внешнему виду, по кастомайзам, по силе? Можно ли как-то вот кого-то объединить в одного? Слав, ты как считаешь? Мне очень нравится по геймдизайну Джин и Хваран. Мне очень нравится их хореография. Именно если мы говорим, как бы, мы же сейчас в рамках анимации говорим, да? Всего, ну да. В принципе, вот. В анимации. Геймдизайн для меня лучший у Хваранга и у Джина, я считаю. Я солидарен с твоим мнением, потому что это действительно, они красивые, у них классные кастомайзы, у них свои стили боевые, у них есть... Ло тоже очень неплохо, кстати. Ну ладно. Я чуть-чуть, знаешь, так маленькую стоп-пена такую. А, не, он просто думал, если я сейчас не солидарен буду, он скажет там, ну, еще что-то какое-то еще, или давить будет, да? На самом деле, мне действительно нравятся эти персонажи, и Джин это прям вот, наверное, на втором месте персонаж, который мне нравится после Маршал Ло. И Хваранг, разумеется. Друзья, у нас еще результаты топ 32 появились. Посмотрите, пожалуйста. Энконст выиграл Вайла. Виден результат Калибера против Клаун Фиесты. Я поздравляю Клаун Фиесты, что действительно показал достойный бой. Слава очень вами доволен. И я надеюсь, что вы дальше будете двигаться по нижней сетке. Я рад приветствовать новых наших зрителей. Пишите в чат. Фоловьтесь на наш канал. Сегодня вас ждут супер ожесточенные противостояния всех финалистов, которые вышли из пулов, из групп предыдущего дня. И да. Давайте посмотрим. Прокомментируйте, пожалуйста, какие-то результаты, которые вы видите. Enconst Вайл 2-0. Ну, тут не повезло, скажем так, Вайлу с жеребьевочкой немножечко. Не повезло. Вот. Результаты сейчас пропали, но они вернулись назад. Не повезло Вайлу с жеребьевочкой. Упал он на ТГП Джека. И тут как бы все было плюс-минус очевидно. Клан Фиеста Калибер тут... Ну, тут я, ваш покорный слуга, и Клан Фиеста отлично отыграл, победил сильнейший, так скажем, в данном противостоянии, скажем так, да? Рейс Сандор, да. Я иду, значит, я перед боем с Клан Фиестой, значит, зашел в уборную, там, помыл, погрел ручки в теплой водичке. Захожу, возвращаюсь, вижу, они, короче, канаются. Я как дал угара, мне Леша говорит, ну, Рейс идет тянуть жеребьевку. Я ему говорю, Азик, работай. Ну, он меня и вытянул, короче, ну, мы и пошли. То есть он, Лёша попросил вытянуть Лёшу, Азик вытянул Лёшу. HQI выиграл Волка 2-1. Да. Ого! И упал, по всей видимости, на Сьоса. Сьос взял у Фил Бруклина 2-0, Infection 2-0 Макинтош, и Хигем 2-0 Мариталь, как бы тоже был почетно. Друзья, обратите, пожалуйста, внимание на сетку, как она расположена. По левой и правой стороне это Винера. 1/16 финалов. И в середине у нас как раз-таки претенденты на 1/8 финалов.
Да, да. Поэтому, друзья, внимательно очень смотрите на сетку. Не у всех еще готовы оппоненты, но они вот-вот появятся. Я вижу, что Infection будет драться с Серафимом сейчас уже на стриме. Это будет 1/8 финала. А пока парни готовятся, друзья, я вам показываю. Вот то самое, что можно увидеть. Это лучше, это лучше. Это 100% хлопок, ребят. 100% хлопок. У нас есть Йошумитсу, Нина Уильямс. Это только одни из тех, которые могут быть. Также по крупнее у нас есть, планом. Также есть варианты с пола, друзья. Возможно, будут технические какие-то трудности, поэтому никуда не пропадайте с наших экранов. Оставайтесь на этом канале. И если нам понадобится, мы перезагрузим трансляцию. Ничего страшного в этом не будет. Все отлично, супер. Нам говорят, что у нас поло самое лучшее. Вот это вот красное со значком реверсивным GG's. Она выше. Вот друзья. Такой есть еще пивозаврик, да? Ягуар у нас она присутствует. Она очень классная. Очень классная. Могу еще показать твою. А, да? Ничего, после боя покажешь, в любом случае не пропадет. Итак, друзья, сделать это можно через Donation Alert. Вы можете выйти на связь, в контакт с Ченсом. Он этим будет заниматься. Я так и надеюсь, что он будет этим заниматься. В Discord присоединяйтесь к комьюнити. И не забывайте подписываться на YouTube канал, на котором будет видно абсолютно все видеозаписи трансляции с GG's.net, которых уже не будет в качестве вводов на Твиче. Поэтому обязательно подписывайтесь. Друзья, вопрос все тот же, как... Какого чара вы считаете самым лучшим? Калибер говорит, что это наш... Это Джин... О, подожди. Какой Калибер? Какой наш? Который 38? Ну, Алексей. Вы неожиданно появились. Я, кстати, не видел даже, как Алексей подбежал. Подскочил. Как-то вообще отлично. Как-то слишком прекрасно, да? Вот этим парням я, на самом деле, вообще не завидую. Потому что сейчас возникла у них проблема. Ничего страшного, все в порядке. Друзья, те, кто выбыл из сетки винеров, они падают вниз. У нас система Full Double Elimination. Можно будет спокойненько прогуляться по более легким оппонентам по нижней сетке. Это будет не так сложно, мне кажется. Знаешь, чем примечательны оба этих игрока? Почему мы выбрали их поставить на стрим? Mm-hmm. Чем знамениты оба? Так, Инфекшн много ест. Все видели их жопы. Оба. Посмотрим, кто сегодня, кому ее покажут. А, то есть в конце боя, друзья, в конце боя, тот, кто выигрывает, показывает, ну, пятую точку. Наверное. Я очень надеюсь. Потому что вчера я от одного и от второго видел Big S. Один человек даже тибегал в реале. Ну, он тибегал, правда, бордюр по ребре, как некоторые говорят, но выглядело это довольно эпатажно. Поэтому сегодня мы посмотрим, кто все-таки, кто одержит победу и кто кому покажет жопу. Посмотрим. Кого же опыта больше. Да. Мы посмотрим. Уже готовы, парни. Начинают уже выбирать стороны. Вижу уже стороны. По ребре. Бордюр. Посмотри, поребрик через А написал. Понакота, я тебе говорю, ты издеваешься над людьми просто до невозможности. Поребрик через А. Друзья, были люди, которые уже показывали. Да, поребрик уж тогда уж, Понакота. Что бы? Все весело. Ты посмотри, он что бы разделил. Ты посмотри на него. У Алексея сейчас... Алексей плохо просто будет, потому что я делаю. Не пишите, пожалуйста, неграмотно, друзья. Хотя нет, пишите в чат, на кого вы ставите. Ставочки, кстати, уже пошли. Прогноз за Прувисы. Угу. Прогноз за Прувисы уже пошел. У нас первая карта выбрана рандомом. Это Infinite Azure. Без стен. Что Нина Уильямс против Кинга. Захват на двоечку рвет Infection. FF нейтраль 2 заходит. Сильнейший лоу со стороны Infection. Минус 13 оставляет ненаказанную Серафим. Появился третий удар. Небольшой у нас у Серафима. А уже большой. 2 секунды разницы, уже половины нет. Крупненький так. Маслбастер. Как играет Токи. Троечку. Дополнительный урон немножко. Что он дакнул бросок на двоечку? Конфермит. Найс. Nice. Нету кулдема. За кем будет первый раунд? Это очень важно. Куда это нет? Это стета! Вот это да! Это стетап оброс бородой, с него пикок уже падает. Я такого никогда не видел. Он работает. Почти всегда.
Лопата и в хит заходят все-таки. Алексей, чуть погромче. Я буду стараться. Так. Ну, Серафим. Угу. Лайт блочит. Инфекшн, крауч кэнсель в F3. Да, забирает дэмэдж, как разыграет оки после этого броска. Минус 10, нет паниша. Серафим почему-то B1 нажал, 12-фреймовый. Слайд. Оба, рейдж появился. Горит. Много дэмэджа, горит рейдж, друзья. 24, 23, 22. Ну да, к 4. Оу, найс, отлично Серафим сыграл сейчас. Да, РДБ оказался быстрее, чем шок. Раньше был нажат. Слайды прям не стесняет делать Серафим. Да, не так много дэмэджа, сдаёт 2-1 на КХ. У Кинга против именно Нины. Там можно, конечно, делать, но трудно. 10 лет на Кинге недостаточно, чуть побольше. Ну, чтобы... побольше, чтобы понять, как нужно заходить в тренировку именно. И тренироваться. Или ждать следующий тейпинг про тейпинг. Там, может, на всех персонажей будет работать. Но, тем не менее, Infection даже без этого очень хорошо справляется. Боечка рвется у нас. Джин плюс 2 инста просто делает. Друзья, технический директор у нас Дератул. Огромное ему спасибо за то, что делает такой движ. Это на самом деле очень важная, ответственная работа. Очень. Поприветствуйте его в чате, друзья. Выпишите ему респект. Отличный залом просто. И еще один. И спины нет. Хотя бы не весь дэмэдж зашел, разрывает. Серафим знает, где там можно пару. И инфекшн просто инста рвет захват. Прессинг продолжается. Нина пыталась захватить от Сера. Рискнул. Инфекшн забирает первый раунд. Не стоит отчаиваться, не стоит отчаиваться. Серафим можно не выбрать, возможно. А персонажа можно еще. Это неожиданно. А что за персонаж? Аска? Не, ну Ларс, мне кажется, вообще. Аска. Аска. Не, ну Серафим. Кошмарить будет Нина и Уильямс. Анна и Уильямс. Нина уже кошмарил. Анна и Уильямс уходит. Это что ли? В смысле написано Анна? А, это Анна, друзья. Я перепутал. Просто девочки очень красивые все. И для меня все девочки красивые, их зовут Нинами. Ну, у меня жена, правда, Влада, да. Как-то не получилось. Как-то плохо получилось. Ну, она просто самая классная. Друзья, Infection забрал первый раунд, выпадает на рандоме. Вторая арена вот этого вулкана. Ну, она действительно очень крутая. Кастомайз. Ну тут еще нормально, цвета вроде. Неприятно выглядит на арене цвет, конечно. Но ничего страшного. Я думаю, что в Tekken 8 разберутся с этой палитрой и больше не будет включать. Смотри, хорошо работает Анна. Ну, по крайней мере, на первых порах. Посмотрим. Ну, мне говорили, что она работает наемным убийцей, а еще и по совместительству в доме. Окей, тем временем... Забрала. Да-да, главное глубоко не закапываться. Найс! Nice. Успел на вип и наказать дебагу. Стеночка. Отлично, разыграл Оки. И еще. Отличный стеб был, на вип и наказал. FF1 заходит в КХ. Анна по вызову работает, так и вызвал Серафим. Помоги, говорит Анна. Она может действительно ему помочь. Нужно только собраться с силами. Я видел, вчера у Серафима их очень много было, и осталось еще миллион. Миллион? Ну, не денег. А у нас вы можете, кстати, сегодня выиграть 2000 рублей, ребят. Я вам задам один вопрос только. Кто внимательно следил за трансляцией, сегодня в конце, перед топ-2, перед финалами, мы спросим с вас этот вопрос. Пока у ребят примерно в нейтрале находятся лайфлиды. 1-1. Серафим пикнул, но это далеко вообще даже не третий его персонаж. И показывает неплохой результат. Оу! Отлично! Оу! И преимущество в один раунд получает Серафим. Что твори? Что твори? А стен уже нет. Не знаю, кому это на пользу. Наверное, Серафиму все-таки. Анна не так от стены зависима. Ему там получше, конечно. Чуть-чуть. Ну да, у него оки, наверное, в нейтрале не очень такие будут. Если он захватом заканчивать будет комбо, это самое домашнее. ДФ2, все в КХ не заходит, но инфекшн это конфирмит. Чувствует игру. Вы привыкли к Серафимов? А,
Хорошо, ДФ4. Великолепный бой. Друзья, все дальше и дальше продвигаются они. И в самом последнем раунде, в самом последнем бою, я думаю, что решится это противостояние. Оба игроки очень напряжены. Водичка супер необходима. И выбирает свою арену все-таки. Infection Forgotten Realm. И это его самая любимая и самая мощная арена для Кинга, потому что там что только не используют. И Muscle Buster, и Tombstone. И чем только нельзя пробить эти полы, я думаю, что сейчас очень много дэмэджа будет показывать Infection. Спасибо за follow Unforgotten. Респект всем. Респект новым зрителям. Угу. Вроде бы офлайн, а DF4 не было еще. Да? Как же 15-фреймовый лоу не было? Что-то? А чё? А почему? Так, 1-1, да, и тут карта чистая. Нет, кстати, не в пользу Infection. У Анны есть пару мувов, которые ей дают кому. Ты понял. Стена. Что творит? Пролома не будет? Почему-то решил не ломать. О, он в углу хотел оставить оппонента, он действительно прижимает еще ближе. Нету планиша на минус 12. На стену. И вниз! Ой, вниз сейчас полетят! Ну, стена кривая будет. Неудобно было с Infection. Как выберется из стены? Ой, как неудобно получилось. Просто задавил на парень Infection. Все не в его пользу было. Стена оба раза сыграла в пользу Серафима. 4. О, хорошо, от бэкдэшил. Вскрыл. Отлично, бредит. Вот степил джеба. Это еще пол? Нет, еще не... Поторопился. Армор. 2-0. Матчпоинт. Серафиму нужно собраться. Срочно. Все силы. Все эти бэги собрать в себя. Найс. Великолепно. ВС-2, насколько я вижу по рукам, делает прием. Не пробился пол, к сожалению. Но есть лайфлит. Кусай. Кусает своего оппонента. Посмотрим, будет ли этот кот кусать сейчас Нину. Ну, Уильямс, простите, пожалуйста. Лопата заплотила. И все равно сохранял лидерство. Рискнул Серафим. Возможно, это победный джагл. Да, здесь урона куча просто. Нет! Браво, браво. Нельзя отпускать никогда до самого конца своего оппонента. Станет ли это чем-то необычным или все-таки закономерности будут продолжаться? Мы сейчас посмотрим в последнем. Начало ли это камбэка или так просто последние поползновения? Что творится? Опять заходит лоу хай. Главное не надеяться на самый последний раунд. Прессингует жестко Infection. Сравнивает. Опять со стеной не повезло. Infection, Серафим. Разрыв захвата, чик. Ай-яй-яй, как я и предсказывал, друзья, в самом последнем раунде будет. Какие же жесткие противостояния. Это, ребят, топ-16 минеров. И все остальные ребята дерутся сейчас в нижней сетке. ГС заходит сейчас, море дэмэджа будет. Смог ты крольнуться. Да. Великолепное наказание небольшое за ВС-2. ГС рвется. F4 заходит, запирает у стены. Пишет. Серафим прыгает. Опять он на него ставит. Это что, это все? Сейчас повторится или да как там угол, там угол, там угол, там уже. Бау! Браво, браво, парни, не отчаиваемся. Жопу уже показывают. Здесь показывают жопу. Но Серафим, он просто нереально сейчас дрался. Я офигел. Что творится? Я не верил вообще в это. А мы позовем вот сюда Серафима. Роман, мы вас очень ждем. Ну что? Это жесть. Какой секрет. DF4 надо было делать дебаггера, я их очень люблю. Два раза. Делать. Первый раз тебе повезло, простили мне. Ну, уже попить, хотел уйти на халявку забрать. Ну, короче, теперь. А что за, да, вот. А вот. А сколько ей лет? Ну, есть-то там, вот все это время я немножко ее тренировал, короче, специально для турика. Очень хорошо сработал. Отлично. Очень хорошо. Ты, наверное, сразу понял, что Infection с матчапом проблема. Где-то после первого раунда можно нажимать что угодно. Да. Кроме дебаггера, блядь. Ничего. Роман, вы надеетесь жопу показать все-таки вот этому молодому человеку? Да. Он улыбается, мы его не будем называть сюда. Мы не зовем сюда. Но я заставил его трястись. Он трясся. Пощады. Это было великолепно. Вы показали нереальное шоу. Чат просто горит. Ребята,
ребята, проскандируйте, ну красота ведь. Все, всем привет. Еще увидимся. Спасибо, да, Роман. Мы вас очень ждем в финале. Да вот этого... Да как его не позвать-то? Да, ну он сам угрожает, наверное. Вот. Поэтому Алексей его и зовет все время. Ну, здравствуйте. Здравствуйте. А что ты лицом сел? В смысле? А, жопой надо было. Ну, мы договорились вообще изначально, так сказать, помемить и показать жопу проигравшему. Ну, это было круто. Ну, как бы, если что, это, ну, как бы, no offense, мы друг друга, как бы, можем так подколоть. Да, вот. Самое главное... Язык, словарный запас, это лучше. Самое главное, что получилось смешно и... Конечно, трястись он меня заставил, и в самый ответственный момент, во-первых, дебаги. Господи, да уже все знают, что я вижу все эти вот, все, что выше 20 фреймов, я вижу эти дебаги. Мне кажется, если бы не тот дебаг, у него все шансы были. У него были все шансы, но он просто голова говяжья. Я ему в ухе постоянно, мы играли, он проигрывал из-за того, что он давал мне дебаг за Нину. Он взял Анну, он на Нине проиграл, потому что дал дебаг. Он взял Анну и начал опять этим обижать. У тебя разницы не было никакой. Чем нормально все идет, дебаг. Да, нормально все идет, да. И я очень сильно поломался, когда я дропнул вот на последнем дебаге, я дропнул после полов B2-1. Как бы простейшая какая-то хрень, но дропнул. Ну, турнир. Неплохо. Нет, просто B2-1, я имею в виду, когда я сделал ГС, так сказать, уже в, казалось бы, победном раунде, я нажимаю B2-1 и, ну, что-то факапнул. Mm-hmm. Вот что-то зафакапилось, как бы, да, ручки, как бы, ну, бывает такое, не с того места растут. И получилось так, что, ну, 2-1. Да, 2-1 у нас забирает Павел. Да. Вот, и как бы вот с того момента я сломался, еще эти сидят оба кричат, а это камбэк, это начало камбэка, я думаю, сука. А что, слышно было? Ты же на улице. Я в итоге их снял, потому что я не люблю музыку в тейке. А-а-а. Вот, и я, типа, я просто не знаю, у вас на стриме музыка. Билимка 2-0, говорят, обыграл цифру. Долбл-Р работает информатором. Хороший соло. Вот. И когда они начали говорить про камбэк, я думал, сука, молчи. ARD4U, это же не цифра, ARD4U, окей. Fire Station с Zeratul 2.0. В общем, ребят, всем... Ребят, всем спасибо за поддержку, если она была в чате. И спасибо за то, что смотрите GGSnet. Подписывайтесь на наш канал, на все наши соцсети. У нас есть замечательный мерч, смотрите, клубное поло классное. Вообще, офигенно, смотрите. Битвы. Алексей, вы видели вообще вот это? Блин, у вас такая же будет, если будете такую футболку носить. А у меня еще там никнейм, если нет, я покажу. Видите, кто это кто? Какой-то самурай, человек с мечами. В общем, ребят, за сим прощаюсь, жму руку каждому просматривающему и оставляю наших великолепных комментариев. Виктор хочет от тебя ребенка, свяжитесь с ним, пожалуйста. Адрес напишу в ЛС. Да. Спасибо. Друзья, вопрос закрывается предыдущий. Самого лучшего персонажа-то мы выяснили, да? Мне теперь интересно вообще, какого женского персонажа вы считаете самым лучшим, Алексей? Ну, по-любому же есть предпочтение. Я знаю, лучшего что... Короче, я игру... Красота. Нет, я поэтому игру не оцениваю. Мне не важно, какой там стори-мод, как выглядит персонаж. Поэтому у меня ни одного кастомайза нет вообще. В плане геймплея, мне кажется, самое недооцененное, наверное, все-таки Джози. Но с чем это связано? В Таге 2 я играл за Брюса, а Джози как реинкарнация Брюса. Ну, я понял, тот же стиль. Да, я бы пикнул, но если бы это был Брюс. Это все-таки Джози, я чуть-чуть на ней понажимал, такой. Но потенциал, конечно, у нее большой, мне кажется, и никто его так и не раскрыл. Алексей, вы, видимо, один из тех, кто не... Я, кстати, тоже ненавижу женских персонажей, я не играю там. Есть футболка с Аской, есть футболка с Джун. Вот так, друзья. Есть футболка с Аской и с Джун. Ну, нет, только с Аской разве есть? Раз Аской? Есть Йоша, я ему показываю. Нет, с Аской нет, есть Джун. Есть Джун, да, ребята. Она будет в 8-й части, мы уже знаем. Как бы там Аска тоже будет, но я думаю, что все можно сделать. Вы, главное, пишите ваше желание в Дискорде, либо через Donation Alerts отправляйте ваше желание, и мы обязательно сделаем так, чтобы вам было и удобно, и комфортно, и нравился сам принт. Это будет фирменный принт от GGSnet. Все верно. Есть, кстати, не только вот такие футболки из 100% хлопка, есть еще и замечательные поло, есть вот такой вот яркий, красивый цвет. Я просто сам поло не ношу. Ну, у меня вот строение тела, мне не нравится, как выглядит, но только вот из вот этой штуки нашивки я бы взял бы. Она вот прям вышита, и она никуда не пропадет, она не обесцветится, ничего с ней не будет. Я оставляю аспиранта.
Спасибо, а вы видите большое. Результаты сейчас свои на экране. А мы приглашаем Станислава Ченца. Сегодня он у нас тоже будет комментатором. Он тоже будет сегодня соведущим. И он будет сопровождать вас прямо до стадии топ-8 на трансляции. Здравствуйте, Станислав Ченц. Я рад вас приветствовать. Илья, сегодня снова. Вчера был замечательный просто вечер. Да, лучший. У нас вчера было... мини-автопати была репетиция вчера. Подготовка. Да, у нас на стриме вчера было раздвоение, потом расстроение эпичного персонажа по имени Зомби СПБ. Вот, и кстати, Зомби вчера весь день держался молодцом, он низким голосом говорил, брутальным, классно, никто не мог узнать Зомбича. Все думали, вечером, что... кстати, тоже. Все думали, что это другой человек. Но после 5 банок пива, короче. В общем, Зомбич вечером вчера заговорил своим голосом. Это отметили все, что он устал просто весь день держать голосовые связки. Хранилище высоких частот было включено. Бомбалюки децибел хранились до вечера. А вечером, короче, Витёк все-таки не сдержался и заговорил своим голосом и своей интонацией фирменной, короче, врубил жестикуляциями. Да, жестикуляции именно вот такие. Вы не представляете, вживую это выглядит непередаваемо. Когда Витёк вот что-то рассказывает, и вот в конце вот, понимаете? Друзья, Зомби живой, он будет у нас тоже в студии, мы его обязательно пригласим. Я думаю, что, возможно, мне на смену, потому что мне тоже нужно будет немножко передохнуть, голосовые связки почистить трубы, почистить зрительский зал, потому что там, ну, просто нереально что-то творится. Я не знаю, будет ли картинка. Я думаю, что такое показывать нельзя. Что там творится на офлайне, можно увидеть только на офлайне. Все, что происходит на офлайне, остается только на офлайне, друзья. Мы сейчас в фан-зоне наблюдали бой Серафима на... В реале? Да, практически. Все, я понял. Можно сказать, и в реале, потому что Серафим пикнул неожиданного персонажа. Вторую сестру Уильямс, которую он... Она не ассоциируется с этим игроком. Никто не думал. Все знают, что Нина Мейнер. Конечно, он наигрывал ее на стримах, но не так серьезно. Неожиданный результат против топового инфекшена показал. Отличные паниши. Мог, в принципе, выиграть, но все-таки чувствовал, что не его персонаж. Да, удивил, но забрать целиком не получилось. У вас на экране, друзья, лузер-сетка. И те, кто попадет в топ-16, друзья, они будут шагать дальше. И, возможно, кто-то из этих людей в первом раунде выберется в финал и будет сражаться с Битерсом, который пока что идет впереди планеты всей. Я напоминаю, что вы можете стать спонсорами GGS.net, друзья, канала, комьюнити целого GGS. Вы можете это сделать либо через Donation Alerts, либо вы присоединяетесь к Discord Community и пишите свою идею, друзья, нашему пройдемся по сетке лазеров. Зератул после долгой задержки все-таки сыграл с Fire Station, проиграл, и теперь ему предстоит бой с Ильюшей в сетке лазеров в первом раунде. Ильюша — это Лей Мейнер, весьма неплохой, который довольно просто вышел из группы. Из самых хайповых боев-то Клаун Фиеста Микки. Клаун Фиеста будет играть либо за Джина, либо за Драгунова. Микки — это один из лучших, если не лучший, Брайан Европы из активных игроков. Пузя совершенно неожиданно отлетел от нашей иностранной гости Солин. Проиграл Ларсу. Видимо, слишком много Пузя уделил внимания на игровке матчапа с Кунимицу. Вчера сумел ей эффективно противостоять, а вот против Ларса, к сожалению, оказался абсолютно беспомощным, отлетел 2-0. Марital, к сожалению, проиграл Сандору. Марital был андердогом, очень неплохо, очень здорово сражался против топовых игроков, но, к сожалению, силы не безграничны, проиграл Сандору, которого вообще многие ставили в топ-3 этого чемпионата. Ну вот Сандор, как и другой фаворит этого турнира, LMG Mob, тоже оказался в сетке лазеров. LMG Mob победил Плаксича, ожидаемо весьма. А Макинтош отлетел от Пуфика Отчима, который Экей Табуретка. И мы ждем результата Фил Бруклин против Волка Йопта. Волк Йопта не только благодаря донатам, но и благодаря природному обаянию стал таким любимцем
местной коммунной вот, движухи офлайна. Согласен, а вы его видели? Но он на самом деле красавчик и прям вот очень интересный, интересный по общению. Заехал он, конечно, хорошо. Я не знаю, правильно ли это, друзья, но если вы будете становиться нашими спонсорами, конечно же, на вас обращать внимание много людей будет. Это нормально, это закономерно. Да, и некоторые люди просто раскрывают себя таким образом, а некоторые просто хотят и поддержать, и общаться много. Поэтому вы можете это сделать через Donation Alert, стать как волк, да, а можете показать скилл, получить VIP-статус, ребят, если вы будете побеждать на наших мероприятиях, или вы сделаете единоразовый донат 10 тысяч рублей, вы получаете VIP-статус и все к нему прилагающиеся. Это отдельные сессии и коучинг с про-игроками, это участие в мероприятиях для VIP-пользователей. У нас, кстати, их всего 4 сейчас. Один из них Панакота, один из них Яна Кьют, Макинтош. Это, кстати, тот человек, который внес огромный вклад в развитие нашего комьюнити, финансовый вклад. И это Акиме. Да. Ну и я, кстати, еще. А, и еще Ченс там. Вот это тоже. Это тоже сильно, сильно. Друзья, напоминаю, что вы можете также приобрести наш мерч. Это красные полы, это серые полы, как на Ченса. Это замечательные футболки. Да, да, не пишите мне в чате, что мы там что-то там. VIP продавать запрещено. VIP продавать можно. Это не продажа, друзья. Это вклад в развитие комьюнити, а мы делаем соответственно. Брайан, мой личный фаворит, вклад. Прям вот как влитой, он так присаживается, ожидает, кого бы ему пристрелить, кого кинуть шпалу или кабину, пушку или гусеницы от танка. Серое поло классное. Напоминаю, ребят, топ-8. Сейчас мы посмотрим. А, погодите, это 1/8. 1/8 финала, простите. Это уже 1/8. Готовится сетка. Сетка in the making мы ожидаем. Не классная, а офигенная. Буду D2-3 жать, ребят, вчера тоже донажимался. Но ничего страшного, сегодня зато чувствую себя комфортно. Благодарим Джафара. Джафарова, это один из старейшин. Старожил. Старожил, да. Старинных стримеров, которые постоянно поддерживают. Да, я похож на Петровича, согласен. Не знаю, но я явно на него похож. Поэтому это не так важно на самом деле. Друзья, не надо там только в чате. Я вижу, что там говорят вот этот мерч, вот эта реклама. Это надо, друзья. Вот с этой футболкой теплее становится. Я чувствую себя человеком. Потому что в том, в чем я приехал, это не то, вообще не то. Итак, у нас сетка 1/8 финала готова уже. Прошу вас прокомментировать. Так, Инконс победил мистера Меркура. Очень интересное противостояние двух равных соперников, двух скилловых игроков. Джек Мейнер, а также Ганрю Мейнер Инконс против Алиса Мейнера мистера Меркура. Мистер Меркур, я думаю, наведет шороху в лузерах. Биттерс победил Калибра со счетом 2-0. Вот так вот, ребят. Биттерс рвется к очередному чемпионству. Рейн победил Солин 2-0. Противостояние Брайана Ларса. Ждем результатов боя Хайджем Алексей Комиссаров против Рейза. Рейз просто вот, наравне с Волком Йопта. Рейз машина. Рейз, когда ты видишь его, ты понимаешь прекрасно, что человек приехал сюда за победой. Да, Хайджем — это одно из альтернативных названий никнейма, транскрипции никнейма Хигима. Если Дипульф не слышал до этого, то вот добро пожаловать в клуб. Так, потом у нас Вильямка. 2D-гел победил Шадаешку. Шадаешке не удалось прыгнуть выше головы. К сожалению, ворона. Не каждая ворона долетит до середины. Последний бой, да? Посмотрите, что там произошло. Причем я говорил, что говорил еще на стадии прогнозов, то что Сьос, когда видит какого-то игрока с DLC-чаром, особенно с вайфу-чарами, такими как Немицу, Джулия, у него что-то меняется внутри, и, к сожалению, лучший геймплей... Очень любит, да. А HQI еще и максимально неприятный в формате FT2 соперник. Вообще там максимально неприятный соперник. Ну вот в формате FT2. Да. Поэтому я думаю, что Сьос еще погремит костяшками в
сетки лузеров. Да, не забываем, у нас full double elimination, у нас есть возможность пройтись еще раз, подефилировать, только уже через нижнюю сетку. И, друзья, я напоминаю, что у нас следующий вопрос, который я к чату обращаю, но это супер серьезный вопрос. Коли уж мы заговорили про Кунимицу, я спрашиваю, какой самый сильный DLC чар? Самый сильный DLC character? Самый сильный DLC персонаж? Какого вы считаете? Именно DLC, который дополнительно появился у нас в игре 7. Я вижу, куда не... Ну, все понимают, что это Armor King. Я уверен, что это Armor King. А я думаю, что это Кунимицу. Потому что у Armor King есть B1. У Armor King есть грабы. Хорошие тулы. Giant Swing есть, да. У Armor King есть, как любит говорить один стример, этот удар с оттягом и автостепом. Так что однозначно Armor King. Осуждаю и, пожалуйста, прошу такого не писать. Пока что вы отстраняетесь на 10 минут. И если вы будете повторять банворды, друзья, то мы будем, соответственно, вас банить навсегда. Предупреждение только одно на GGSnet, ребят, это... крепкая, это теплая комьюнити, в котором хотелось бы по максимуму видеть адекватности и, соответственно, правилам Твича тоже следовать. АК топ-1 DLC Pierce. Я вижу, что там люди пишут ГИСа, ставят прям вот огромное количество. Нет, ну, ГИС это не серьезно. ГИС, у него мало приемов. Он... Ну как мало приемов? Там вот дофига. Еще и два рейдж арта разных, ребят, там вообще. Мало приемов, проджектайлы. Ни в одном топ-8 мы ГИСа никогда не видим. Вообще никто за нее не играет. Нет, на самом деле, мне кажется, что да, ГИС. У кого я вижу, друзья, у нас уже Энкон и мистер Максон готовятся к противостоянию. Максон сейчас показал, что он Микки на самом деле. Оставил, видимо, бейджи. Или хочет быть как Микки. Да, если, конечно, серьезно, то я думаю, что Джулия и ГИС Хауэрд. ГИС Хауэрд. Да. Хауэрд. Так, Битерс победил Рейна 2-0. У нас огромное спасибо за активность Солу. Он не сумел добраться по семейным обстоятельствам до нашего офлайна. Сол, такое ощущение, что у него есть какие-то инсайдеры, которые осуществляют оперативные сливы данных и информации. Либо это Пузя, либо это кто-то еще. Но Сол знает больше и узнает раньше, чем все остальные. Мне кажется, еще бой не закончился. Там еще оставалось пара раундов, Сол уже скидывает данные, точный счет, понимаете? Сол приехал вообще сюда? Ну, может быть, он и не уезжал. Битерс за деньгами пришел, его никто не остановит. Друзья, его могут остановить наши спонсоры. Если вы считаете, что нужно поддержать GGS, если у вас есть возможность, через Donation Alerts пишите, чтобы Битерс проиграл, а мы уже подумаем, может быть, мы сделаем такое. Парни, а у нас идет баттон-чек, настройка микрофона и настройка кнопок двух серьезных ребят. Это мистер Максон и это Энконст. Максимально суровые парни. Посмотрите, как смотрят друг на друга. Вообще в зеркало себе даже не улыбаются. Просто так, 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 так. Потому что это сразу видно, да? Вот. Очки надо сначала, ну, можно и не снимать. Итак. Валекс, привет. Инконст, я думаю, сейчас спросит у чата, почему вы все такие серьезные в чате. Итак. Мы ждем наших комбатантов. Все очень серьезно. Максоныч, наверное, сегодня... Да, он берет Клаудио. А Энконст не злоупотребляет абьюзом Джека в турнирных условиях. Случайная арена Vermilion Gates. DLC-арена от Кунимицу. Итак, начинаем. Топ-винеров, топ-16. Мистер Максоныч справа против Энконста слева. Мистер Максоныч P2, Энконст P1. Психологическое воздействие начинается. Никто... не скидывает заставку. Так, а сейчас, ребята, имею честь вам представить прямо из Санкт-Петербурга эксклюзивным транзитом Виктор Зомби. Он сам. Здравствуйте, Виктор. Так, народ. У нас уже начался бой в активной фазе. Поками, душными поками своими Ганрю отъедает у мистера Максоновича половину лайфбара. Выровнялся бой, Максон возвращается, покает в ответ за
Клаудио, пока нет раннингов. Так, паниш. Опять поки. Паниш. Пытался сделать хоп-кик, но зафлотил. К сожалению, на полный джаггл вывести не удалось. В КХ попадает лоу, джаггл. Нет лоу перри, нет паниша. Пытался зачарджить. Итак, у нас сейчас имеет неиспользованный рейдж-драйв Ганрю, но он ему и не понадобился, потому что хоп-кик одной тычки хватило, чтобы запанишить. Опять идет покинг. Конечно, если есть недостаток знаний в матчапе, у Ганрю это сверхдушный персонаж, который... А его никто толком не знает, нахуй. Отличная стенка, вы видите, полную макс дэмэдж комбу сделал инконс, красавчик. Опять уже только бой начался, уже посмотрите, уже задействовал рейдж драйв мистер Максон, уже 2-0. Так, нужно что-то срочно предпринимать Максонычу, чтобы вернуться, потому что пока Клаудио нечего противопоставить. Паниш. Посмотрим, может быть, или контроль дистанции, или еще что-то. Не получается даже раннинг толком сделать, фирменный трейдмарк мув, потому что постоянно буквально приклеивается, как суперклеем, я не знаю, потому что не отпускает инконт, максимально рвет дистанцию, наиболее выгодную для себя, чтобы свои душные поки продвигать. И мы видим, что уже практически опять использует рейдж-драйв, опять все в блок. Идеально, просто... Браво, Энконст гениально сыграно. В конце небольшой кичардж, чтобы не расслаблялся мистер Максон. И счет 1-0. Да, однокалиточная была игра. 1-0, ребята. Я вообще не успел понять, что произошло. А что произошло? А вы знаете, что они из одного университета? И может быть даже одногруппники. Может быть даже в общежитии живут в одной быть. Комнате. Может кстати. Быть. А он от него скрывал своего Ганрю. Никому не показывал. Я представляю, что они собираются на турнир. И один говорит, ну, я возьму Клаудио, а ты возьми Джека. Хорошо. Ну, я возьму Джека. Да, и Максонович говорит, я же кроме Клаудио ни за кого больше особо-то и не играю. Энкон смотрит и говорит, ну, я тоже. А потом вот... Карманного берет и достает Ганрю. Так, у нас неожиданный сейчас пик, потому что юзер... в общем, иконка выбора сейчас у Максоныча на Фенге. Фенг отлично контрит. Большой мускулистый китайский. Да, любого практически персонажа, кроме некоторых Мишим, но против... против товарища Энконста, я думаю, посмотрим. Энконст хорошо знает Фенга, мы с ним, кстати, довольно часто встречаемся в ранкеде, к сожалению для меня и к счастью для него. Но тут, скорее всего, в незнание матчапа с Ганрю упирается. Возможно, но посмотрим. Фенг, в принципе, персонаж, который, благодаря тому, что он, в принципе, топ-3, может затащить и незнакомый матчап. Может. За Фенга, да, у Фенга очень хороший кипаут. Я бы посоветовал, ладно, не буду советовать никому из присутствующих игроков, что делать, потому что второй это обязательно услышит. Вот. Поэтому я, как Фенг-мейнер, могу сказать, что Фенг ничем не хуже, чем Ганрю, а может быть даже и получше в клоуз-рейндже, возможно, лучший персонаж вообще в принципе. Счет пока 1-0. Опять Инконст пытается навязать свою игру. Мы не видим от Фенга B1. Так, DF4, сейфовый ланчер. Будет стенка. Максимальную комбу он практически делает с того, что QCF 1 плюс 2 два раза проводит. Наверное, ждал там или DF1, или DB3 Инконст. И, наконец-то, первый раунд не за своего мейна забирает мистер Максоныч. Так, там можно было дакнуть, либо... Ну, просто, наверное, Энконст не захотел плюс 7 хит пропускать. Так, попытка Оки. Ну, это классический ранг сетап еще с 6-го текена. F3 в DB3. Обычно такое, конечно, нужно на предикте или фазе дакать, или по-хорошему просто блочить. Так, паниш. Не переходит, кстати, в БТ. Делает обычную версию с меньшим плюс, так. Опять паниш будет. И опять не переходит в БТ. А почему не лаучером паниш? Извините, не так. Я говорю, я не буду подсказывать, но вообще я бы... Хорошо, один совет дадим мистеру Максонычу. У Фенга есть очень неплохой кипаут.
DF 3 плюс 4 и F4, который на подходе, так, да, перебивает, D2, еще D4, кстати, у Фенга есть неплохой мув, с очень большим рейнджом. И B4 тоже есть неплохой мув, так. Но пока что очень неплохо мистер Максоныч использует QCF 1 плюс 2, и уже пару раз мы это видели. Два подряд QCF 1 плюс 2, а потом DB3. На самом деле, я бы на месте Максоныч, ну он победил 3-0, у нас два однокалиточных боя. В конце я бы не раскидывался DB3, даже при таком лайфлиде, когда есть D4. Потому что за D4 ты получаешь VS4 в ответ, да, а вот за DB3 полную камбу. Поэтому... Это, кстати, сегодня было продемонстрировано как раз, когда играли Микки с Биберсом. Да. Поэтому с виду этого не скажешь. Так, мейна выкатывает энконст. Так, козыри на стол. Замечательно. Он, видимо, это многоходовочка. Он знал вначале, что только возможно. Гандрю проиграл. Так, теперь уже Джек. True main, за которого Инконст наделал шума на отборочном турнире ФКС. В КХ заходит. Нет, здесь ФФ3 не работает. ФФ3 может зайти гарантии из кемпа 1 в КХ. Отлично. Проводит гарантию. По большому Джеку легко попасть. Все здорово. Кипаутит через СС4. Так, идем дальше. Опять D2. На самом деле у D4 рейндж примерно, может, на пару миллиметров меньше, чем у DB3. D4 Фенга — это очень рейнжовый лоу. Кстати, да, его редко, я заметил, делаю часто, недооценивают. Да, потому что все думают, что он не достанет, а он, если еще и активный хёртбокс, он всегда достает. Так, хоп-кик в конце. У стены нажимает, там не выйдешь уже. Все, да, там, кстати, очень неплохо. Да, у Джека, благодаря тому, что есть DB1, от стены очень не хочет, у стены очень не хочется стоять, хочется вообще следующий раунд поскорее. Так, отличный покинг, уже пол лайфбара нет. Виктор, как ты считаешь, вот у Максоныча Фенг не его мейн, вот как ты считаешь, в условиях турнира Фенга, как карманного персонажа, наигрывать вот против таких неизвестных матчей? Обязательно, если ты хочешь там победить на турнире, таких топовых персонажей, а Фенг он простой и эффективный, и тренится очень быстро. А если у тебя общий высокий скилл, то ты можешь его поставить там буквально за месяц и держать. Отличный DF2! Там на самом деле был вив D2, насколько я понял. Даже если бы не было вифа, то все равно он бы зашел в хит. Опять у стены очень неприятная ситуация. Да, опять, да. Вы чувствуете? Отличный лоу-перри. Я хочу сказать, чувствуете ли вы боль Фенга сейчас, соответственно, мистера Максоныча через экран? Потому что когда, значит, не панишет армор, можно было... Да, вот этой попкой добивать вообще идеально. Да, супер. Энконст вырывается вперед, хотя только что был 1-1. КХ заходит в ВС-4, но дальше прессинг по прайм-дайте не продолжает мистер Максоныч. Очередной QCF-1, причем Максоныч просто его в наглую жмет и миксапит его не с ВС-1, а с QCF-1+3. И очередной DF3. И дропнул, кстати. Дропается комба, причем на Джеке он довольно... А сейчас DF2 мог наказать. Мог наказать DF2, переоценил. Переоценил немножко рейндж VS3 у Фенга. Стена будет полноценная. И Оки откатывается, отдает право инициативы. И ребят, вы все видели. Стена, тесная арена, энконт, Джек, лоу-покинг. И вот некоторые междометия мистера Максоныча, некоторые характеристики своего друга. Хорошо, персонаж. Какой-то был многоходовочка. Он взял Ганрю, победил Клаудио, потом он знал, что тот возьмет Фенга и проиграл на Ганрю. Он не имел права выбора персонажа, да, но, а тот да, Фенга... Да, Чарлок принял... нет в этом случае. Ну, что я могу сказать? Очень грамотно по дистанции распределил своих мейнов и субмейнов инконст, и это помогло, соответственно, ему перехватить инициативу в ответственный момент. Ну, плюс, да, арена, то есть удобно все сошлось. Да, то есть в конце он выбрал тесную арену под Джека, откуда, где Фенг от него никуда не убежит, идеально использовал все свои шансы. Ну и в целом ровная игра, не на нервах, то есть играл собран. Ну, а мистера Макконыча мы все равно поздравляем, он продемонстрировал отличную игру, красавчик, неожиданный ход, сменил своего железобетонного такого
мейна, с которым он полностью ассоциируется, взял Фенга. Карманный Фенг. Да, никто не знал, что Максоныч вообще... Ну, наверное, все поиграют за Фенга, но брать на турнире — это всегда риск. Очень здорово сыграл, да, взял бой, красавчик, поэтому мы все давайте поддержим мистера Максоныча, респектуем его, он показал классный бой. Проиграл, ну, вы знаете, Tekken 7, формат FT2, случается и проиграть. Это же виннеры были, да, сейчас? Да, это был топ-16 виннеров. Мистер Максоныч, я уверен, еще продемонстрирует свои лучшие качества, соберется, разозлится и покажет нам весь свой зубодробительный скилл, весь свой арсенал в лузерах. Вот. Так, давайте послушаем победителя Энконста. Так. Всем привет. Энконст, ну расскажи, каково это было вообще понять, что ты готовился, скорее всего, к Клаудио? Я ожидал Клаудио, представлял, как ты будешь наказывать больно его хоп-кики, дакать его раннинги, а тут ты как бы по-быстрому с ним разобрался, вообще там за полторы минуты, и выходит Фенг, твои ощущения? Ну, я знал, что у него второй персонаж Фенг, но он не любит, короче, играть Клаудио против Джека, слишком там легко читается и ресетается позиция после Джекхаммера, поэтому он не любит. Но тем не менее, ты выиграл его Клаудио за Ганрю. Да, Джек, но... припас на конец. То есть многоходовочка была с обоих сторон. Да, но Ганрю он вообще не знает. Я с самого начала это знал. Я ему не говорил даже, Мы принципиально, меня сначала дернуло сказать, что там можно запанишь. Кигем не выдержал, все-таки сказал. Это было уже вмешательство в турнирный расклад, поэтому комментировал. Ладно, он не догадался запанишить. Да, unsafe, launch punishable, стрингон, ни разу не запанишил. Тут проблема еще в том, что когда я дожимаю эту стрингу, слышно, что я на кнопку жму последний хил. Да, есть такой момент, я часто рассказываю эту историю, когда моб играл со строгом. Моб просек такую тему, что строк слышит кнопки, и что рано или поздно моб обязательно нажмет Rage Drive или Rage Art, и моб специально сделал пустую кнопку на стике. И просто клацал ее в ответственный момент громко, сильно. Строк думал, что будет Rage Art. Это уже какой-то Tekken сверху. Да, это уже миксап без миксапа. Многослойная история. Ты, кстати, подписан на группу, на канал GGSnet на YouTube. Ты в курсе, что не только на Твиче у нас есть канал, все видео, которые транслируются, выкладываются на YouTube. И этот чемпионат тоже можно будет посмотреть, даже когда вводы уже удалятся, мы сможем все это пересматривать, комментировать на YouTube. Канал так и называется, GGSnet. Также мы желаем тебе удачи. Классно перестроился, спасибо, не дал спасибо камбэку совершиться, победил топ-3 персонажа в результате, да, отличный бой показал. Это же твой первый крупный офлайн турнир вообще? Я в прошлом году тоже участвовал. Ага, второй, хороший результат. Спасибо за такую движуху, вообще супер. Спасибо. Чату привет. Да, чату привет. Ребят, мы напоминаем, что у нас есть Discord GitBoot. Это место, можно сказать, дом GGSnet. Скоро, наверное, и Дискорд мы переименуем в GGSnet. Вот. Но пока он еще является, остается гитбудом. GGSnet — это главная комьюнити игроков, зрителей, стримеров в России. Самая крупная, самая быстро развивающаяся комьюнити. Вы можете стать частью этого комьюнити. Просто приходите на трансляции, отписывайтесь в чате, подписывайтесь на канал, чтобы движуха разрасталась, расширялась, росла как вверх, так и вширь. Подписывайтесь на канал, донаты приветствуются. Еще раз напомним, что у нас специально для турнира был подготовлен эксклюзивный мерч красного цвета, серого цвета с красным или черным логотипом. Также черный мерч, 100% хлопок, самые качественные материалы, самая качественная вышивка и полиграфия. Плюс 10 скилл добавляют, когда вы его надеваете. Да, кстати. Если вы хотите, чтобы ваши волосы были мягкие, шелковистые, как у аспиранта, а голос высокий, нежный, стройный, как у Витька, приобретайте наш мерч. Это лучшая память о каких-то знаковых событиях, которых
с каждым месяцем, с каждым кварталом, полугодием, отчетным периодом будет больше, больше и больше. Благодаря вашей поддержке, благодаря вашему вниманию, благодаря вашему присутствию на стримах, желание делать, создавать, улучшать то, что уже есть, оно становится все больше и больше с каждой минутой, с каждым днем. Поэтому огромное вам спасибо за фидбэк и за вчерашний первый день, и за ваше внимание, и за вашу поддержку наших комбатантов. Отдельное спасибо товарищу Солу, который, мне кажется, театральным агентом становился и отслеживает вообще все. Микки победил Шадаешку 2-1. И вообще, играйте в файтинги, народ, играйте в файтинги, бросайте там свои допы, контры. Итак, мы вчера с тобой, кстати, обсуждали то, что офлайновый формат, несмотря на то, что повсеместное распространение онлайна, и онлайн сейчас доступен, он хорош как никогда, он оптимизирован. Он позволяет, да, быстро поднять уровень. Все равно настоящая атмосфера, настоящие файтинги — это офлайн. Абсолютно точно. Офлайн — это фан в первую очередь. А люди играют в игры турнирного формата, чтобы собираться, обсуждать что-то, вместе фаниться, играть, побеждать. И все это вот, настоящие, искренне, ничем не замутненные эмоции — это исключительно офлайн. А какие автопатии обычно бывают поздно? Да, автопатия — это неотъемлемая часть офлайн-движухи. Автопати — это то, ради чего некоторые игроки вообще, в принципе, приезжают на турниры. Вот это кулуарное, закулисное общение. Ну и честно вам скажу, это очень необычное впечатление, когда ты играешь с каким-то соперником, с его чаром, представляешь, рисуешь какой-то портрет, как он может выглядеть, исходя из его повадок в игре, а потом ты видишь этого человека ИРЛ, видишь, как этот человек выглядит на самом деле, и соотносишь, соответственно, картинки. Да, совсем другое впечатление. Вот Володька вчера как раз говорил, я, говорит, приехал, тяжело, говорит, переформатироваться. Так, давай, я чуть подвинусь. Ребята, у нас сейчас, возможно, бой века, понимаете? У нас чемпион 22-го года Алексей Хайджем Хигем. Битва чемпионов. И амбассадор вообще творческой молодежи, амбассадор всех кульков, человек Мольберт, Алексей 2D, понимаете? Два Алексея, два чемпиона. Я думаю, что нам нужно будет на интервью звать обоих, чтобы ты мог посидеть между ними, загадать желание стать чемпионом, да? Вот. И я тоже потом, наверное, если получится, скорее всего, должно быть. Посмотрим. Итак. Да, и, кстати, у нас еще там заполняет сетку, рядом сидит Михаил Мортон Бамблби, который чемпион тоже 21-го года, получается, да, наверное? Да, то есть у нас сейчас вся когорта чемпионов, целая династия. Аура чемпионская, да, в комнате просто, да, стоит. У нас... Или искрится. Искрится чемпионский дух сейчас в комментаторской кабине. У нас три чемпиона, целая династия чемпионская в шеренгу в одну сидит, понимаете? Мы сейчас просто эту силу питаем. Да, 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 понимаете? То есть, даже вот этими пальцами, может быть, можно будет что-то... Прикоснуться, типа? Да, 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 что-то... Так, замечательно. Так, мы ждем, когда нас переключат на непосредственно в бой. Чтоб ты запоролся, Джагас. Ну, посмотрим. Пока обстановка довольно дружеская, и надеюсь, что она сохранится и дальше. Ой, ой-ой-ой-ой, так. Мейны сразу в ход. Сразу мейны, да, да, да. У 2D это мейн, когда его компьютер не взламывают хакеры. Вот, также он за Гигаса и за Джека поигрывает, когда антивирус license has expired. Так, что случается? Так, у нас небольшие технические неполадки. Возможно, у... Переигровка. Так, переигровка, хорошо. Но... Да, давайте мы, наверное, пока не будем показывать, что там происходит. Чемпионская аура и напряжение было так сильно, что... Техника выходит из строя. Вы понимаете, что творится? Это не пустые слова. Не пустые слова, потому что геймпад 2D, наверное, не выдержал такой нагрузки чемпионской. Стал нажимать кнопки сам. Да, да, да. Самопроизводно, понимаете? Вселился дух чемпионства. Это меня взламывает, понял? Возможно, кстати, хакеры ломают 2D.
Понимаете, такое тоже вероятно. Нам надо посмотреть сейчас, может быть, ему имеет смысл в управлении стики отключить. Может быть, там дрейф какой-то. Если это не поможет, ну, сейчас попробуем, в любом случае решим. Потенциально я это думаю, что... типа один из тех боев, который может решить, кто сегодня выйдет. Да, это, возможно, мы сейчас наблюдаем поединок будущего чемпиона сегодняшнего турнира. 2D показывает, что он умеет с этой стороны делать БДЦ. Все мы знаем прекрасно, что не умеет. Но в тренировке, как вы видите, пытается убедить своего соперника. А Мордуку нужен БДЦ? Мордуку, ну, сам, вообще сомнительный навык, но лишним не бывает. Мордуку нужен так, ЛДФ-1. И ДБ-4. И Д1 призла. И захватывал. Да, да, и грабы. И так, у нас Бамблби, вот три чемпиона сейчас в одном карте. Делайте скрины. Витёк, расскажи, пожалуйста, атмосфера турниров прошлых лет и нынешняя, чем отличается? Я так понимаю, что прошлые турниры были более камерными какой-то период, потом у нас была эра МФА. И ФВА, да, МФА и ФВА, я объяснял, они отличаются тем, что один закрытый турнир, другой да. для всех. Так. Ну, я скажу, во-первых, сейчас люди все-таки в онлайне могут общаться более активно, есть стримы, есть твичи, то есть более точно, да, друг друга знают. Более активно немножко, да? Да, а раньше люди общались тоже на форумах, но это вот в виде строчки кода, и вот, когда приезжали на турнир, люди вообще не знали друг друга, да, это создавало немного другое движение. Да, тогда же не было ни соцсетей. То есть вы понимаете, что... Плюс сам онлайн в игре не был разным. Фейсбуке и ВКонтакте появились уже в конце 2000-х. Да, так. Мы эту тему продолжим после. Да, мы обязательно об этом еще немножко поболтаем. Тема интересная. Почва для рассуждений практически бесконечная. А мы, наконец, переходим. Сейчас убедимся, давайте, что у 2D творческий приступ его геймпада закончен. Так. Итак. Бросает машину, кричит: «Я чемпион 2023!» Так. Так, да, пошло. Я в небольшом замешательстве, потому что, вы видите, два чемпиона бьются. Йошимицу. Так. Пока очень аккуратная разведка. Итак. 2D. Да, очень аккуратно. Нарывается на DF2. Комба, стенка, а стенка от Йошимицу максимально неприятная история. Стенка от Хигема вдвойне неприятная. Рвется граб. Возможно, граб был сделан с целью поменяться. Так, а сейчас сбить атакующий потенциал. Так. D1 плюс 2 мимо. Отличный сайдвок, степ. Без дополнительных приспособлений. Который есть у Йошимицу. Без дополнительных мувов Хигем уходит с линии атаки. Переходим в следующий раунд. Нет на дебаг контрхит паниша, нет дака. Мы пока не видим маунтов и таков. Да, пока нет удобного расстояния, чтобы их засетапить. И под грабами либо дакает, либо рвет. Супер оки, ничего не остается. 2D, как отдать раунд, уже со спокойной душой перейти в решающую стадию. Флотит, доведет... Нет, не стал доводить до стены. Выбирает оки, так. Работает. Граб версию. Не стал приседать, не стал сбивать джебами 2D. Убирает свой меч. Вот, и сработал, да. Я наконец, захват? Третьей попытки. Бесячий. Захват бесячий действует. Так, и так. Вот, а теперь нужно будет угадывать. Не угадывает, и я так можно понимаю... Можно по руке еще увидеть. Ну, там есть методы, которые позволяют... Вот таким образом 2D забрал чемпионство у Infection. Сейчас это спасло. Был вынужден в конце раунда использовать свой фирменный прием. В следующий раз Хигем, я уверен, будет к этому готов. Уже пол-лайфбара. Пол-лайфбар, причем неочевидными, довольно опасными опциями. Рискует Хигем, но это два чемпиона, им виднее. Проходит, наконец... Не хватает ренджа, если был активный хёрдбокс, не достает. Обычный бэкдэш спасает. Вив, флот, у стены Хигем. Ну, и наконец-то с четвертой попытки закрывает 2D. И у нас 2-2. Возвращается 2D. Посмотрим, что будет дальше. Будет ли фирменная уславочка от Мордука? Посмотрим. Хигем пока здорово все контрит. Настаивает на так называемые вертолетные опции, пока очень успешно перебивает краш джебы. Посмотрим, будет ли стенка. Стенка кривая, не везет сейчас Хигему. Ушел его. Фирменный уход от Йошимицу, фирменный уход Хигема. И
Да, заходит, буквально заходит, миллисекунда да. отделяет Хигема. Началась анимация такла с раннинга. Если бы он успел ее заканцелить, то это была бы смерть. Но 2D все еще в игре и Хигем в игре. Посмотрим. О! Это чокслэм, Оки. И это ребята, камбэк с 2-0. Причем практически из безнадежной ситуации. Очень не повезло Хигему. Очень не повезло Хигему, потому что раннинг вошел в ту стадию, когда он уже переходит в такл, в стадию да, граба. Вот, и нельзя канцелить. Да, это уже была попытка, по сути, нижнего граба. Ну, прохода вы имеете в виду, я имею в виду такл. И я не знаю, это просто атомные, стальные, титановые кахоносы. То, что 2D в этой ситуации нажимает именно Рейджар. Среагировал, собрался. Под таким давлением сумел камбэк. Да, и потом захваты, которые он упорно делал, большинство были разорваны, но... Да, да. Из 10 вот. 1 до 2 зайдут. И плюс постоянно держишь вот. Напряжение, когда чемпионская стратегия. Хигем рвал все грабы в нужной ситуации. Всегда, можно сказать, демонстрировал потрясающую уверенность. После чего 2D настоял все-таки на команднике, который дает ему камбу. А потом у стены еще и чокслэм прошел. Да, то есть у Мардока все его вещи работают, это очень эффективный персонаж. У Хигема очень большой пул персонажей, у него также есть Лей, у него есть Фэнк, у него есть даже Джек, как мы еще и знаем, и Казуя есть, но есть персонажи, как... даже есть. Да, персонажи, причем весьма сильные. Персонажи, которых, я думаю, он будет... Будет ли смена? Будет выпускать на турнир, я думаю, что это как раз Фэнк. Ешемицу, которую мы сейчас видели, и Лей. Посмотрим. Это был, кстати, поистине чемпионский бой, я скажу. Хигем, да, очень равный бой. Хигем точно так же начинал с Серафимом. Один бой проиграл, а потом два боя выиграл. Посмотрим. При всем уважении к Серафиму, 2D это все-таки немножко другого калибра боец. Это чемпион. Да. Ну, у нас надо, нет калибра... Надо, что 2D гиру на позитиве, а да. Ура... 2 D всегда на позитиве, мне кажется... 2D, просто в его лексиконе нет понятия грусть, скука, депрессия, фрустрация, расстройство, уныние. В общем, максимально веселый и позитивный человек 2D по жизни, да и в игре тоже. Посмотрим. Меняет персонажа, меняется арена. Blaze System мы сейчас наблюдаем. Хигем берет Лея, а может быть и Лея берет Хигема, мы сейчас это узнаем, потому что персонаж уже плотно ассоциируется с игроком и наоборот. Хороший БДЦ. Из Феникса четверка, рискованно, но подействовало. Опять кипаут, FF3, версия, которая дает джагл, не стал доделывать. Доносит до стены полная комба, раннинг, преимущество, дранкин стойка, 2D пытается вернуться. И сейчас я думаю, что будет блок и будет троечкой добивает гарантированно. 1-0 пока Хигем. Ну, прошлый бой тоже так начинался, посмотрим. Опять чокслэм. Лежанка. Адские вейки мапы просто вообще. Да, кстати, с этими, с такими тулами очень опасно. Так, полную камбу, к сожалению, не удается сделать, потому что там нет выхода мгновенного из стойки. Но Алексей сколько смог, по сусекам дамага наскреб. Виф на вейке. Хигем панишит, заходит РД, готовил, в отличие от Хигем, в отличие от Ишмицу, на Лее Хигем более грамотно использует РД. 2-0. Так, ну, мы ждем ответа 2D, потому что он непременно последует. Через ВС 3 панишит Хигем, а 2D, видимо, подзабыл, что даже на хите, даже на хите ВС 3 Лея отправляет его плотный минус и отдает ход. Но, тем не менее, использовал для того, чтобы отдышаться, отошел. Меньше половины столба, уже 1/4 лайфбара остается у 2D. Выбивает после Razer Rush в блок из самой мощной стойки. Покинг. Так. Здесь нет слов, здесь перфект. Задавил просто сейчас. Проехался танком, вернулся к Хигем. Поистине наслаждение наблюдать этот бой на стриме. Два чемпиона. Максимальная адаптация. Сейчас, я думаю, пойдут уже многослойные миксапы. Пойдет уже какая-то Йоми игра.
Майнгеймс просто. Короче, 2D человек. Да я просто сейчас подойду, шатаю его там на экране. Какие-то Йоми, малослойные миксапы. Вот. Так. У нас с вами многослойные миксапы на многослойной арене. Так, дамы и господа. Уже пятую машину по счету отбрасывает в сторону. Ну, я лично жду в этом бою, я жду сейчас маунтов много всяких таких вот. Кстати, открывать, да. Не было ни одного маунта в предыдущем бою, и один маунт всего в первом бою. Очень грамотно авойдит драконью опцию Лея, которая начинается с 4-1 и с 1000 миксап. Попытка сделать командник на граб, чтобы проломать пол и потом больно убить, но не получается. Опять размен поками. Вот опять, да, тэп четверка от Хигема в блок. Попытка маунта. И из БТ очень круто пытался уже, да, мыслями был в маунте 2D, а там хелсвип из БТ, который дает полную комбу, ломает пол, у стены оказывается Мардук. Напомним, что после введения новых механик ногой дебила перебивает. Подбежал 2D, вроде все правильно сделал, но и гем среагировал на предикте, все правильно сделал. Напоминаем, что Лей теперь опасен еще и у стенки, потому что из Дранкина у него теперь есть B1 плюс 2, который дает ему там потрясающее преимущество. Также есть, вот только я хотел сказать про сайдстеп 2-2, и гем тут же делает ту опцию. И еще один разрыв командного братка, пока челкслэмы заходят все у 2D герл, но вот и маунт, и это смерть. 1-1. Да, у нас сейчас решающий раунд. Тот побеждает в этом бою. Проходит дальше по Венерам. Хигем через Пантеру двойку не хочет рисковать. Опять рвется игра. Ну вот, да, на последний бой, как я и думал, преподнесен будет большое количество захват и маунты. Да, да, да. Вот. Ой, из тигра, к сожалению, для Хигема и к счастью, там стенка оказалась для 2D и F3. Чемпионский дроп. Там не совсем дроп, там просто надел. Так. Гаду. Куб слэм пытался сделать 2D. Рвет Хигем. 2-1 по раунду. Очень напряженный бой. Попытка хаха-степа. Попытка, наверное, была сделать БТ Б1. Очень крутой мув. Будет пролом пола. И сейчас еще стена будет. Так, больше у нас пол в этом решающем бою не ломается, не угадывает. Хигем очень больно пытается замиксовать пытается замиксовать 2D через мид, авойдит бэкдэшем и паник мув сейфовый, хоп кик заходит в КХ. Я уже просто не знаю, как это комментировать. Хигем побеждает. Это второй перформанс на турнире, вчера выдал пусть. В общем, пытался полчаса замиксовать с мидом маунт 2D гел, ничего не вышло. И обладатель самого фигового хоп-кика в игре на Лее делает УФ3 и заходит в КХ полный джагл. Все подропалось. Сначала сделал FF3-4, пропустил 2D, FF3, соответственно, четверка ушла в молоко. Нереальный бой, нереальные эмоции, друзья. Я вообще забыл все слова, не знал, что там говорить. Так, давайте мы сейчас послушаем Хигема, пока он еще горячий, пока он не остыл, потому что что-то он там про себя шепотом говорил. Я, честно говоря, не расслышал, потому что мы с Витьком тут обсуждали движухи старые. Алексей, ну что? Какие ощущения? Алексей как гэнгста врывается к нам сейчас в комментаторскую будку и говорит: ребята, вы не забывайте, кто вам в будку комментаторскую кости бросает. Не, ну что тут сказать? Конечно, бросил я кость 2D, да, в первый бой, чтобы он поверил в себя. Чуть-чуть. Подарил, реально подарил. Там пара запоров было, ну серьезно подарил. Не, ну а что? Мне типа не жалко, FT2 все-таки. Да? Не FT1. Можно себе позволить. Не, на самом деле, я рад, что такой бой попал на стрим. Все чемпионы здесь собрались, кроме Строга. Да. Но он же играл онлайн, да. А это не считается. Все не чемпионы считаю. Поэтому тут собрались. Отличный бой с 2D Girl, всегда напряженно. Я, к сожалению, он выиграл у моба. Да. Это, к сожалению, не попало на стрим. Мы видели этот бой. Битва это избит просто. Супер баталия. Да.
Ну что, сильный соперник, но чемпион все-таки я. Тут ничего не поделать. Не попишешь. На чемпион нет срока действия. Да, я согласен. Но помните, был Ералаш старый. Вот мы сейчас, как два седых товарища с Витьком, где парень держал рекорд со штангой. Простоял там месяц, уже зима. Он все стоит и держит рекорд. А ему говорят потом: Леша, 2D, там Хигем уже твой рекорд побил. Он чемпион. Вот, смотри, у нас к тебе такой вопрос. Алексей, ты вчера бился с Серафимом и тоже начинал за Ешемицу, тоже вел 2-0, насколько я помню, тоже проиграл 3-2. Если мне не изменяет память, я имею в виду проиграл 3-2 первый бой, потом взял Лея и отыгрался в 2-1. Вот здесь я повторился. Чуть-чуть поправлюсь, я с Серафимом все бои отыграл на Лее. А, да, все бои. Но первый бой я отдал, я 2-0 я не вел. Все, я вспомнил. Я 0-2 проигрывал, сравнялся 2-2, мне чуть-чуть тебя не хватило тянул до камбэка. Да, мув, который никогда не випает, которым можно в другом конце карты попасть в S3, он на миллиметр умудрился вифнуть каким-то образом. Я панишил сайдстеп 4, стоя спиной к стене, сайдстеп 4 Нины. Ну, такой, ну все, это Серафим, я все прочитал, даже можно было вот так кнопку нажимать. Я нажал в S3, вифнуло. Он меня убил, второй раунд на автомате проиграл, потом 2-2, почти камбэк, но он не получился. Кстати, дорогие друзья, этот бой мы записали, он был вчера, но там топовое сражение. Бои Хигема и Серафима всегда интересно смотреть. Вот, поэтому на YouTube-канале GG's.net, на который вот вы сейчас уже побежали подписываться, смотреть подкасты, видосы, финалы Level Up, закидывать себе в закладки, пока идет турнир, чтобы не забыть. Очень много инсайдов, очень много интервью, очень много закулисных каких-то фишек мы выложим именно там, в формате репортажей, а Хигему как одному из организаторов и как человек, который только что очень круто отыграл, выбил чемпиона ФКС в сетку лузеров. Ну что, я чемпион, в топ-8 зашел. Все, да, Алексей гарантированно уже в топ-8. Спасибо большое за игру и за интервью, Алексей. Так, ребята, что можно сказать? У нас сейчас уже, наверное, 10-й, 20-й, может быть, и какой-то сотый по счету поединок между Сиосом и Серафимом. Вот. Причем это всегда поединки с трэш-током, с взаимными подколами. Ребята, кстати, очень хорошо общаются, очень хорошо друг к другу относятся. Часто бьются в офлайне, в онлайне, но противостояние у них всегда принципиальное. Потому что вы понимаете, что капосы они кэрят. Нина подсекает. Слабый персонаж, сложный, экзекьюшн нужен, чтобы делать бабочки. Поэтому вот таким образом все состоит. Мы сейчас посмотрим топовый бой в сетке лузеров. Главное пока что, главная вывеска наравне, еще же Гарик с кем-то будет биться, теперь еще и 2D с кем-то будет биться. А вот на данный момент мы вам приготовили десерт сетки лузеров, Сиос против Серафима. Итак, по тир-листу у нас Эдди, это лоу-тир. Да, на самом деле, у Нины очень неплохой матч обсадил. Да, потому что у Нины очень много как раз атак, которые бьют по лежачему, которые способны легко вывести из релакса. Бой начался с того, что очень круто заланчил после заблокированного лоу-Сиос. Сиос пока забирает этот раунд, по сути. И сейчас вот после этой стенки ничего не придумает Серафим. Так. Запутал, обманул, Сиос, вывел из равновесия и забирает первый раунд. Хомингом начинает Роман, нейтрализует попытки степа, который и так не очень хороший. Перебивает армор, еще и гарантия туда. Очень классно двигаются оба наших бойца. Вот сейчас нейтрализовал лоу при помощи хорошего бэкдэш-кэнсела Сиос. Опять пользуется этим лоу, который в КХ дает очень много дэмэджа. Роман заблокировал, да, флоутил. Я думаю, сейчас бабочки будет стена. Да, бабочки доносят до стены. И мы близки к 1-1. Нет, не в блок. Нажал Серафим. Ребята, вы видели? Я, например, не видел. Я думал, кстати, тоже. Я тоже думал, что он просто дэшится. Есть же вейв, ну, типа, аналог вейв дэша. Есть слайд передний, задний. Да, DF1 забирается. Да, все-таки DF1. Ну, у них наиграно много, они хорошо понимают, как мыслит оппонент, поэтому это битва разума. Да, здесь уже противостояние стилей, противостояние характеров. Очень хорошо друг друга знают соперники. Очередную гарантию КХ
пропихивает Сьос. Смотрим, чем ответит Серафим. Даунджеб пытается перебивать атаки. Очень здорово двигается Сьос. Вы видите, он постоянно в движении. У Эдди отличный бэкдэш. Очень классно отшагивает назад. Но вот, к сожалению, из-за того, что он постоянно подтанцовывает, степы, степы одни из худших в игре. Так, арена очень комфортная, кстати, для Серафима. Он практически из любой точки, благодаря своему наижесточайшему экзекьюшену, может благодаря бабочкам донести до стены. Закрывает в конце миксапчик. Да, слипери кик, к сожалению, для Сьоса были прочитаны. И Нина ланчит и убивает. Этот раунд может стать решающим. Опять несколько пок. Там нет, нет, сейчас паниша. А, кстати, крайне редко этот Эдди вообще паниша. Ну, в нейтрале, да, его никто не рискует так делать. Там был, на самом деле, рейндж такой, опять что... Пресекает, уже да, второй раз. Опять мув опасный. По-моему, он минус 17, если я не ошибаюсь. Что-то в этом роде. То есть там да, но ну, там дикий ансейв, но при этом очень неприятная рекавери. И он делает его из уклона. Плюс там опять же миксап, получается люди... А вот сейчас ждал Серафим, второй раз не повелся на эти разводки. Я думал, он и первый раз не повелся, но второй раз вот реально не повелся. Ну, Роман вообще спокойно очень отыгрывает, после вот эмоционального боя с инфекшеном, это очень спокойно. Роман взял себя в руки, надеюсь, что не придется ему сейчас прибегать к помощи второй сестры Вильямс, что мы увидим его лучшего персонажа. Ну, удивил, конечно, здорово отыграл с инфекшеном. Один из сюрпризов и украшений этого турнира. Вот такие неожиданные пики и неожиданно крутая игра. Это всегда здорово. Сьос пытается вернуться. Опять он сейчас близок к тому, чтобы забрать первый раунд. О, перебивает. Заделейл. Причем использовал медовую версию. Не стал делать бабочки. А Сьос не стал гадать, а просто в этот дилей вставил ланчер и забрал первый раунд. Посмотрим, что будет дальше. Я напоминаю, что это топ-16 лузеров, и тот, кто сейчас проиграет, к сожалению, покинет наш турнир, покинет GG's Offline Club, организованный при поддержке GG's.net, проходящий на Йота арене. Главное событие этого сезона, дорогие друзья. Для вас его комментирует на данный момент Ченс и... Зомби. Ну, комментирует мой, собственно, Ченс, я просто да. наблюдаю. Я думаю, что... Витёк, как ты думаешь... В принципе, помимо того, что Нина — это персонаж очень сетап-ориентированный, как ты думаешь, чем еще сейчас может удивить? Роман? Да. Ну, в принципе, он удивить может чем угодно, потому что он за Нину весь арсенал использует. У него и ансейвы встроены в игру, он их сетапит очень грамотно. Он может и от защиты за Нину отыгрывать, то есть на хай-шиде уходить, буквально наказывать. Он уже несколько раз... Вспомнил про грабы сейчас, кстати, да. Терафим, так. А возможно, он специально их не делал, оставил. Оставил на сладкое, да? Да, Роман любит грабами оппонента затыкивать, собственно. Да, потому что ты с Романом... Ой, вблизи слайд КХ и из-за кривой стены, и непонятного вейка, армор, который должен был все закончить, уходит в молоко, но тем не менее... справедливость, назовем так, восторжествовал после этого випа. Все-таки попадает хит, забирает раунд. Не очень хорошее начало. Сейчас еще будет стенка. Тяжелые вейки. Молодец, Сьос. Собрался. Так. А вот теперь не повезло, что опять кривая стена. И опять не везет, что два раза подряд ланчит и попадается на кривую стенку. Теперь перебивает на первых кадрах анимации армор. И у нас 2-2. Да, вот сейчас да. было то, что... Хорошее начало и камбэк. Да, камбэк. Молодец, Сьос. Отлично. Показывает чемпионский дух. Здорово. Мы сейчас видели то, что Витёк очень любит на своих стримах, когда был очень жесткий вив. У стены, да, начинается вот это вот. Да, очень-очень жесткий вив сейчас был в конце того раунда от Сьоса. И сразу же лоу перри. И попался туда Серафим, из-за чего отдал раунд. У нас сейчас практически равное количество жизней. Этот раунд может стать решающим. Если его заберет Серафим, то Сьос покинет турнир. Да, рвется граб, меняются сторонами. Нет волсплата. И не угадывает, но... Опять стена спасает. И опять делает локоть, нарочно вифает и нажимает заранее лоу перри. Вы видели? Да. Два раза этот страт подействовал. Я думал, вот сейчас был уверен, что Серафим либо просто вейкнется, либо нажмет среднюю ногу дебила. Да, я четверку тоже ждал. Роман, нужно собраться. Ничего не потеряно. 1-1. Равный бой абсолютно. Сьос, красавчик, что дарит нам
клатчевую ситуацию. Счет 1-1. Просим изменить счет на табло. Так, и у нас Violet Blaze System. Очень хорошая, удобная арена для Нины. Собственно, ее Роман сейчас и пикает. Посмотрим. Сьё сейчас под огромным давлением, да. Потому что Серафим сейчас будет использовать все свои самые фирменные, все свои самые крутые. Это уже сетап от Сьёса. Все свои наработки, наигровки. Очередной уход. QCB4, unsafe move. Все ставит на черное сейчас Серафим. Снимает пол лайфбара, но этого пока недостаточно. Все еще огромный, не то чтобы огромный, но серьезный лайфлит у Сьёса. Итак, в спину. Ребята, Сьёс переломил инициативу, и он уже традиционно берет первый раунд. За вив. Попытка наказать и паниш уже другого вифа. Такая многоходовка сейчас была. Серафим спиной у стены становится. Переход с раннинга в релакс. Против Нины очень здорово адаптировал Сьёс. Не злоупотребляет он использованием релакса. Дебаггеры наконец-то пошли. Я да, все ждал, да, пошли дебаги. Использует рейдж. Драйв и сайдстепа. КХ залетает. Этого не хватит, чтобы убить. Но максимально... Да! Услышал нас Серафим. И мне тоже показалось, он нажал. Нет, он нажал. Это был очень крутой бейт. И у нас 1-1. Специально показал, что он сейчас будет слайдить вперед или делать какой-то мув от QCF, но остался без нажатой кнопки. И Рейджард ушел в блок. И снова возвращает Роман. Мы уже в следующем раунде. Мы заранее просим прощения, что так долго комментируем концовку, потому что очень стремительно развиваются события. На кону просто сейчас все. Да. Я уверен, что оба этих участника, несмотря на то, что они сейчас сетки лузеров, волей судеб и волей жеребьевки, два претендента на топ-8, и хотелось бы каждому из них сейчас пожелать удачи, сказать то, на что они способны. Равный бой, опять сейчас все может... И с хендстенда позволяет себе бешеную наглость, Сьёс делает граб. И это забирает... Который не рвется, который нужно дакать, но дакать там очень опасно. И Сьёс... Почувствовал запах крови, дорогие друзья. Будет летит вперед, да. Кстати, как и у Нины, и у Эдди огромная проблема с тем, чтобы эффективно сблизиться с соперником. Они это делают, как правило, благодаря слайдам, а слайды там супер... Это теха. Фирменная теха Романа. Вот. И заблокирован там был слайд. 2-2, решающий раунд, чемпионский раунд, друзья. Поками пытается сейчас отстреляться. Очень осторожно. Крашит попытку QCB. Сьёс от Нины. Это нужно панишить. Хороший паниш. Вейк. Ой-ой-ой. Нет правильного паниша через дребы там. Эдди особо ничего не наказать. Но немного опаздывает. Здесь нужно было делать сайдстеп. А там не утесть стены практически. Да, да. Ну, воспользовался по этому ситуации. Какой-никакой паниш на армор есть. И сейчас так. Роман опять ставит все на этот дурацкий дебаг. Как и в случае с инфекшеном. Ставит все на дебаг и опять проигрывает. Черт побери, я еще думал. Очень обидно, дорогие друзья. Очень обидно. Ну, любая опция сейфовая. Сьёс. Не знаю, ждал или нет, но среагировал. Минимальное количество жизни было. Рейв-драйв и там уже загорелся. Я ожидал, кстати, что использует Рейджард для того, чтобы осуществить добивание Сьёс. Но он и так там гарантированный чип-дамаг нанес. Ну что, Сьёс, мы тебя поздравляем. Спасибо. Ты уже в топ-восьмерке лузеров. Скажи, как ты закрыл этот дебаг? Это нереальная ситуация была, просто какой-то фонтан, буря, вулкан эмоций. Просто на нервах повезло как-то, вот так случилось, что закрыл. То есть это было на реакции, ты не предиктил? Это было случайно. Ну, я честно, это случайно, это не реакция, это просто случайно, рандом, так случилось. Вы просто хорошо уже знаете, мне кажется, у вас уже предикция где-то встроена на уровне ДНК, потому что вы очень много наиграли. Мы тебя поздравляем. Ты сумел переломить исход боя. Потому что ты проигрывал, и причем, честно скажу, что казалось, что Эдди там ловить нечего, что нейтрализовал все твои
фирменные мувы, все твои сетапы и твои стратегии топовые Серафим. Причем свои козыри он отложил на потом, постепенно так равномерно их выкладывал, а потом просто мы наблюдали, как ты забрал тот раунд злосчастный, перевернул бой в свою пользу, и в итоге 2-2 чемпионский раунд, и ты в самый ответственный момент блокируешь дебаг. Мы тебя поздравляем, это был классный бой. Сегодня все бои, которые попадают на стрим, это какая-то феерия, какой-то букет разнообразных эмоций. Очень тяжело это комментировать, дорогие друзья, потому что здесь присутствуют бойцы, которые обычно не прощают каких-то ошибок, даже под волнением. Очень высокий уровень игры в целом, да, нету да. проходных боев, проходных соперников. Здесь вот любая ошибка. Мы практически в этом бою не видели каких-то престижных мувов, которые там выбрасывают на незнание матча. Да, был, опять же, очень экзекушно, соперники степили, не делали говно, а если делали, то там... Я бухало. Вот скажу про Романа, он очень сильный игрок. Кто бы его недооценивал, но это не так, он очень сильный. Просто дебил, блядь. Да не просто дебил. Дебил, блядь, дебагеры делает нахуй, вот, блядь. Не дебил, так просто... произошло случайно. Мы уже сколько на протяжении 10 лет, 25 турниров, миллионов, не знаю, играли. Да, мы об этом уже говорили, что вы уже такие заклятые друзья. Вы постоянно в турнирной сетке друг с другом сталкиваетесь. Причем, как правило, на таких самых пикантных стадиях, на самых нервозных стадиях. На стадиях, когда уже требуется максимальная концентрация и цена ошибки, она просто невероятна. Так что мы тебя поздравляем, желаем тебе удачи. Спасибо. Предстоит еще много напряженных поединков с жесткими соперниками. Ну и давайте послушаем, что нам Серафим сейчас. Спасибо. Да. Роман. Роман,